Так, поехали. Так, ну что, я в игре, ребятки. G6 здесь, Блая зовут тоже, вот. Так, Ю. Ну вот я тебе тоже не рекомендую Razer на самом деле за 6К брать, потому что может он и нормальный, но 6К это просто реально куда, ё-моё. Лучше съезди куда-нибудь. Водичка кончается, ребята, это печально. Так, секундочку, пришли ко мне, походу, с посылкой. Так, все, я здесь, вон тут приплыло мне. Пока ставлю на пол. Я так понимаю, там клава и еще что-то. Но вы увидите это только через
Несколько секунд. Ребят, здесь идет застройка Блая, посмотрите. А, это не застройка Блая, это Блай на золоте у оппонента хату впилил. Ну, Джейши отреагировал быстро, две фотонки, во-первых, ставят. Так, у Блая пул уже готов. Во-вторых, делает зелка, и киберночка уже готова. Так, ну что, 1500 стоит, да вон же 100 возьми, как бы, 1200. Правда, сейчас у всех мышек, у многих мышек, я так как понимаю, как у Абисуса давно еще, у него проблемы с залипанием клика, но это все можно и починить, в принципе. А так, 1000, там она 200, что ли, стоит сейчас. Раньше 600 стоило до курсов валют этих, смены. Было все замечательно. Ну что, кстати... Здесь отбил золото у нас Джейши, но при этом почему-то Нексу ставит здесь в кармане, что самое интересное. А Бла, я так вижу, кушать собирается. Так, ребят, сейчас я Twitch проверю быстренько, работает или нет. Твич не работает, а должен бы работать, по идее. Так, там зелок порубил, что-то золото оппоненту там. Все, должен ли стрим пойти, пока оставлю я стрим здесь. Ну, Бла отбил золото чудом, но рабочих несколько штук потерял. По лимиту пока в плюсе, да, есть роучи. Королевы пытаются там пилон убить. Видит прекрасно Джейши этих роучей. Строит старгейт. Здесь две фотонки на ХГ для перестраховки. И, по-моему, здесь у него все хорошо. Но Блай пробивает камни одновременно. И я так понимаю, что Блай сейчас собирается через вот это направление вот так вот сюда пройти к оппоненту своему с реведжерами. Но там грелка уже, это все будет отбито. Джейши читает этот ход незамысловатый. Лорден Кинг поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Вот адепт пришел опять на вторую базу. Опять минус рабочий. Реведжеры, да, и спасибо Лорден Кинг тебе за две соточки. Большое. Распакуешь, потом посмотрим. Ну, можно распаковать, да, в принципе, что. Я сам не знаю. Вообще, мне как бы написали, что должен я что-то выбрать, но потом послали сами, кому надо будет узнать, что за хрень вообще, что это значит, почему так. Так, идут пару роучей реведжер со стороны Блая к оппоненту. 27 рабов на 35, Блай третью пытается заказать сейчас хатку. Где у нас грелки летают, кстати? Так, ну вот первая овера забревает. Здесь ультралис рвется, ему не вырваться никак. Здесь приходит Блай, но, кстати, грелка-то улетела сейчас. Это очень неприятный расклад для Джейши. Сейчас... Хотя чем тут Блай приходит? Три реведжера. Ну, это смешно. Сентря минус сразу. Вторую сентрю на халяву Блай тоже забирает, кстати. Ну, по реведжерам, между прочим, у грелки бонуса нету. То есть можно спокойно уходить сейчас Блаю. Фаерболами пытается минуснуть. Не получилось минуснуть. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят. Короче, сваливает Блай домой. Так, грелки облетают сейчас. Куда-то, не понять, куда. В это время Блай, пока грелки облетают, приходит золото оппоненту отменять.
Отменяет моментально. Здесь отмена была пилона Стронджейши. Кстати, на рампе нету ничего, никаких сентрей нету. Поэтому, а, есть одна в руку, бывает, заходит наверх все равно. Фотонка минус. Вторую фотонку сейчас закдешится фаербол, и можно будет убить фаербольчиками. По пилону фаерболы пошли. Пилон падает, правда, моментально. Здесь грелочка новая готова. В это время грелками летает Джейши, жгет Блая. Блай чуть королев там расплитил как-то нелепо сейчас. Филды пробивает Блай. А нафиг он филды пробивает? Всему грелку надо было попытаться сбрить. Забегает лингами, а что он забегает? Здесь ловить нечего уже, здесь все застроено, везде рабов больше у Протоса. Ну, Блай строит гидроден, и третья хатка все еще живет. Но как Блай выдержит агрессию, если Протос вперед пойдет, я не знаю. Так, добавим-ка Лорден Кинга сейчас. Берем однорублевых, остается двухрублевый рендель. И вот так вот все будет хорошо. Ну что, грелки, сентри, зелки и мурглы. Несколько адептов есть. Ни чаржи, ни адепт скорости атаки, ничего такого нету. Грейдов по нулям у Протоса, только варпа с грейдов. Вообще у двоих игроков только варп. Вот сейчас Блай мув делает лингом, и мув с рейнджом гидре и делается. Грейд одновременно за два параметра отвечает. Криптуморы прямо у китайца здесь рядом. Блая нужно как можно больше гидры сейчас успеть настроить, иначе как бы он не сможет ничего там давить. Плюс реводжера еще делают. Китаец идет вперед. Куда он вылупился-то в наглую-то? Что, прям в атаку собрался идти? Ну, смотрите-ка. Может быть, кстати, что-то и получится. У него Блая пытается грелку подрезать, но подрезают Блая. Четырех гидралисков в итоге. И грелку не подрезал он, хотя она там буквально на одном хп ушла. Вообще сейчас еще одну подрезает Блай, вторую грелку подрезает. Неплохо дерется. Мазеркор уничтожен, между прочим, и можно идти вперед. Лимита у Блая в первый раз, наверное, в этой игре становится больше. Гидралисков несколько Джейши отменяет. Криптумор надо вперед. Вот, чик здесь до новые поставить. И сейчас грелками, гидрой, точнее, реводжерами, гидрой и королевами можно пройти и сюда, и проатаковать на самом деле. Ультрала освободить центр. Два ультрала можно освободить, тогда вообще нормально. Даже если он помученный с пол хп, то он нам помочь сможет на самом деле. Ну, Блай идет вперед, смотрите, Блай по лимиту вырвался вперед. 129, 113 там по лимиту, заходит Блай. Отступает от филдов, принимает бой, очень неплохой, филды минусует. Отходит немножко назад гидрой. Еще Блай плюс один бы делал хоть когда-нибудь вообще. Эволюшн, что мешает запилить? Королева здесь, все здесь, там два рабочих умерло. Блай вот сейчас через F-ку надо привести. Все, он здесь гидралис кукует, что-то стоит. Хотя Блай, может, специально оставил. Забоялся Блай и уходит назад. А что Блай забоялся? А, он четвертую хатку ставит, но он не видит призму, которая сейчас ее отменит просто моментально. Это время забегания роучами идет. Можно в спину сейчас зайти Протосу, подумал, наверное, Блай. Вот так вот оббежать. Делки хатку пытаются отменить. Да, варп еще делков идет. А, у Блая Люркер Дэн еще сейчас будет готов. И ресурсов достаточно много. Хату Блай отменяет. Молодец. Эти зелки без плюс один, поэтому нормально можно законтролить. Блай гидру приводит. Ну, под призму подвел бы все это дело. Может быть, убил бы призму. Зилка-то добей, уходит, зилок, повезло, их 5 рыл нащелкал, еще на 14 хп полудохлый свалил сейчас. Пытается Блай как раз таки сменить направление удара в эту сторону, сюда королев привести, ну, не, ну реально, крипта есть, кстати, можно и привести их, но это долго очень будет все дело двигаться туда. 160-151, люра есть, можно еще люры добавлять сейчас Блая, но здесь крип, а не здесь крип ближе был намного к китайцу, чем в том направлении. Еще три люркера Блай делает. Здесь уже архоны масса сливаются. Плюс один есть у Джейши. Пытается отменить Блаю базу, которую новенькую занимает здесь
Еще и золото рядом есть. Но здесь есть маска королевы зато. Которые не дадут, по-моему, отменить эту базу. Призма улетела. Призму минуснуть просто надо, конечно. Лайф упусни призму. Упустит Глай призму. Но убить ее не получилось. Здесь, да, здесь встретил китайца, отогнал. Все в порядке. Еще один с гидралов заказано. По лимиту вроде как неплохо было. Все смотрится. Здесь масс-масс сделки пытаются прийти. Ну, посмотрите, здесь 9 королев есть. То есть есть трансфьюзы. Хату можно трансфьюзить, блядь, трансфьюз. Ну, а зачем трансфьюзить, конечно. Просто можно было бы сейчас забрать зелков вообще без потери, вообще по ресурсам, вообще каких-либо. Вот, то есть можно было трансфьюзить хату подряд, убивать зелков, и спокойно просто и хата бы выжила бы, зелки упали бы. Ну, не знаю насчет дизрапторов. Дизрапторы сильные не на карте какой-либо. Дизрапторы сильные, у кого руки прямые, и дизрапторов он контролить умеет, как бы. А карта это уже второстепенный момент. Да, варп там идет Блая. Нужно вот эти камни пробить, все вот здесь соединить. Раз уже пробито, то почему бы сейчас не пробить? Пытается китаец, кажется, в лоб пойти, заходит на люру, Блай все копает, но тут что-то многовато юнитов у... Просто надо вкопаться в этот проход. Ну, Блай, ну что ты делаешь? Ем, Блай вот побежал вот сюда, вкопайся. Здесь хрен бы он прошел. Хотя хата быстро погибла с другой стороны, да? Как бы рано-то или поздно дошел вот туда же Иши. Но что-то Блай тянул там, я не понимаю чего. Сейчас можно развалить. Здесь сплэша нету никакого вообще сейчас на данный момент. То есть можно просто идти вперед и убивать. Я думаю, что даже нужно было идти вперед и убивать. Я бы на его месте еще люркеров даже сделал, потому что здесь масса земля просто жесткая. Отходит была немножечко назад. Китай здесь все занимает по этому направлению. Так, ну Блай надо 200 гидролюры просто делать и все. Здесь призма летает, пытается королевами Блай ее сбить, но призма вне ренжа. Так, несколько люркеров здесь закопалось. Китаец пытается прямо в наглую на них выйти. Не, ну ты чё, китаец, даёшь, Джейши. Ну тут всю армию скопил, все будет ломиться сюда, что ли? В этот проход узкий просто, да вы чё, блин. Здесь люров десяток штук, наверное. Так, приходят эмы, пытаются спорку забрать. Ну тут и спорку не просто забрать было. Но все-таки забрал, смотрите, спорку. Если пойдет Джейши сюда, то это очевидный провал, как бы его стратегии всей будет. Это будет ГГ ему. Даже Блай может чуть-чуть вперед пойти, мне кажется. Хотя через узкий проход здесь тоже даже Лерой тяжело зайти. Так, минус Оракул, минус Эморфу. Блай проходит чуть вперед. Тут агрить просто надо на люру. Просто взять ее, вкопать вот прям сюда. Она не будет мешать бегать юнитам сверху, а этими сюда заходить и выгонять его дальше туда. Привет, no problem, спасибо тебе. Но пока не получается. Здесь зелки наламываются на королев, трансфьюзов угла нету. Так, ну возможно скоро будет. Призму сбивает. 4 пси-штурмяка на муви отдается просто... 600 газа и 200 минералов отданы сейчас в никуда. Кстати, лимит Джейши проседает сейчас, и Блай может контратаковать, что он и собирается сделать. Но Блай и грейды это понятие, походу, ну, несовместимое. Блай стиль сливки перенял в последнее время, насколько я вижу. Он просто не делает грейды вообще. Сейчас надо подождать люру, и с люрой, да, проатаковать здесь почему нет. Он зелков несколько было, сейчас сразу на муви принимает. Заходит гидралами, а что здесь ничего нет? Конечно, можно и развалить все. Что мешается.
Так, три инфестора подходят. А что мешает Люру взять сюда и убить вообще полностью землю китайцу здесь? И убить мейн вообще, в принципе. Так, заходят три архона. Ничего, они сюда заходят. Они заходят, чтобы погребать. Все как-то была инициатива здесь захватил. Ну, у китайца добычи больше при этом, что самое интересное, как бы, да? То есть у него сейчас... Хотя не, посмотрите. А где... А, у Блайца живая вот эта просто база, а здесь уже кончилась. У китайца, то есть две осталось, это. У Блайца еще здесь есть ресурсы. Здесь и новую он ставит. Хотя две в две. Просто у Блайца больше рабочих добывает. У Блайца шпиль готов, и можно грейдер спавер сейчас сделать. Стационарная оборона у Блайца присутствует по всем направлениям сейчас. Наконец-то первую атаку власть делает, доделывает уже. И это хорошо. Ну и китаец, что самое странное, он не пытается свичи сделать. Есть таргеты, то есть можно сейчас построить флитбикон. Можно абсолютно спокойно мазершип сделать, просто чтобы армия была инвизной. Можно сделать темпестов ему, карьеров, все что хочешь делай, но... Так, здесь пытается было отбить свою дальнюю базу. Чем он отобьет-то? У него нечем отбивать ее. У инфестора нет 75 энергии было еще. Ну, через несколько секунд, кстати, у него будет 75. Надо кинуть Микос. Пошел Микос. Отлично. Два дарка за Микос. Бревать, Блай. Нужна спорка. Здесь призма осталась в углу. Спорку ставят, Блай. Призма сейчас разложится. Опять дарков на варпе. Китаец же ближнюю к Блаю ставит базу. Вообще в наглую просто сейчас. И все, да, флитбикон старгейты, наконец-таки. Что-то Жейши затушевался, не понял, что ему вообще делать в какой-то момент. Ну, потом понял, блин, надо же третью атаку на землю делать, по ходу темпестов каких-нибудь строить, ну, пытаться выбить. Так, еще плюс 3 дарка, плюс, так, все штурмовики, то есть это архончики будут еще, я так понимаю, или что это будет. Спорка минус, минус хата была, здесь еще две спорки, правда, он ставит. Гидра рядом. Нет, это не минус хата, кстати, все-таки. Ну, Блай, какой гидра бежит? Нет, это минус хата. Ну, гидра сама по себе убила призму. В это время китаец весь крив вычистил сверху. Блай, наверное, обороной сверху сейчас занимался база. Уверсир подлетает. Хата упадет, конечно, но трех дарков Блай минуснет. Я даже не знаю, кто в плюс здесь разменивается. Потому что это ресурсы гигантские, громадные ресурсы. Дарки, пси-штурмовики сейчас было слито вот в этом месте. Здесь 3 пси-штурмовика сидело. 3 дарка плюс слилось как бы. И 2 зелка с призмой. То есть это 2 зелка с призмой 400 минералов. 3 дарка 375 просто. Плюс 450. Еще 3 пси-штурмовика это газа только. То есть почти это 8 сотен, там около 8 сотен. Вот, и еще и минералов, 3 дарка 375 плюс 150 минералов, все штурмовики, то есть считайте, тут это хат просто восстанавливает, добыча продолжается, все, минус размен на таких стадиях, не должны быть таких разменов. Так, с Люрой была, и тут пытается дефить хатку. На стоп, жмет китайц, заходит, пошла атака, красота вообще, жахнул, хорошо, Блай. Китаец не ожидал военной хитрости здесь такой со стороны Блая. Здесь полудохлое здание, выкопать их надо. Поразительно то, что закопанные они дохнут как бы без скрипа, а выкопанные им ничего не делается. Архоны приходят, чем-то мне первый StarCraft напомнил. От компа юниты бегут, и Люрая с компами играет, фу-фу-фу, стреляет с этим звуком, как бы. А они автоматом убегают назад просто. Так и сейчас было. В это время брудами бомбить Блайн начинает. Ну, где-то темпит, смотрите-ка. Все штурмовики под брудлингами идут, это полный фейл. Четыре цельнейших все штурмовичка просто в клан сейчас слито. Здесь есть Микос, но здесь нету, к сожалению, вайперов. А без вайперов, я не понимаю, ну кинул ты Микос на темпест. А дальше, вот они вайперы сзади Блай притягивают, вот сзади же темпесточек летает. Раз притянут, два притянут, минус два. Темпеста сейчас было моментально. Третьего тоже Блай протянул. Нет, один ушел, все-таки гаденыш.
Лайт тут выгодно дерется, хату занял, в принципе, снизу ресурсов больше. Кажется, по экономической эффективности Владис плюс. Вместо того, чтобы зафидбэщить инфесторов, там, я не знаю, вот этих юнитов, кидает почему-то Джейши Шторм вместо фидбэка. Здесь очередной Темпест уничтожен, оказывается, просто немерено на Терриал Протосс. Он в ситуации мата сейчас, шах и мат тебе, братан. Еще Блайгрейды делал, но Блай делает вторую атаку оранжевую, кстати, неужели? Еще три темписта летят, но китаец не забивает, темпистов строит. Да, уже по земле как-то проатаковать надо, наверное. Грейды на воздух вообще обязательны здесь, и армор, и атака. Протрансюзил Брай Брудов своих, кстати, хорошо. Вот опять же темписты рядом присутствуют. Пускается Блайниз, где трансюзы-то? Фидбэки на вайперов пошли, Джейши все-таки, смотрите-ка, умеет фидбэки кидать, оказалось. Ну, темпест тут уже 5 и еще 3 сейчас вылетит, их станет 8 уже штук. Блайчик на это никак вообще не реагирует. Может быть, отойти в тыл немножечко, подождать новых вайперов, подождать какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь, что в конце концов по воздуху атакует. Блай идет на штон, сливает и гидру, и корабтеров вообще в мясо. Убивает двух темпистов оракула и сливает все остальное вообще. Жесть, просто тут перештормил всю местность уже, я не знаю. Китаец попадает на люру при этом все, минус несколько архонов. Темписты с грелками уже в лоб давят в наглую. Блай 19 карактеров сейчас делает, плюс вайперов. 4 штучки у него есть. Нужно гидрой подойти королевами. Гидрой можно минуснуть королевами темписта, но что-то темписту 2 гидрала за минус. Нет, один выжил. И гидрал. Один вайпер. Фу, карактер ломится вперед. Куда Блай его законтраливает-то? Причем трансюзов потратил на него 2 или 3 штуки сейчас. И он выжил, короче, то не выжил, точнее, этот караптор. Вот сейчас новые только вылетели. 20 караптеров у Бла есть, между прочим. Нужно притянуть по этому темпистов и идти вперед. Просто штормы проходят сейчас. Грелки есть. Где темписты-то? Ой, где вайперы-то? Почему вайперы не участвуют в замесе? Арпоны идут вперед. Нужно люру подвести сюда. Вот если так Блай хочет драться. Люра не подводится, ничего не подводится. Но ресурсов у Блая больше. Это очевидно, это факт. Можно третью атаку на гидру даже сделать ему. Сейчас было бы замечить. Плюс 2 бруда еще делается. Нужно протрансюзить просто люру, пару криптумуров поставить, копать здесь люру и притягивать ближе уже, чтобы земля вообще не подходила нафиг там куда. Никакая. Так, вайпер летят вперед, темпика притягивает Блайт. Всех притянут, смотрите. Шторм, если и будет идти, то просто там сам на себя при этом шторм кинет. Так, все, еще раз темпистов притянул, всех Блай уничтожил, а вот это уже хорошая работа. Все, с люрой вниз спускаемся, люра, бруды есть, и идем давить. Корабторы, вайперы в прикрытии. Ну что, Блай давит, надо корабторов взять туда, а вайперами энергию просто пополнить. Сейчас, конечно, из цельных зданий, желательно из целых. Так, кстати, ведет же Джейши уже 1-0. Это вторая игра. Видите, или это первая игра была, я что-то не понимаю. Первая игра, точно. О чем я говорю, почему Джейши ведет 1-0? Привет, Никс. Корабторы летают по всей карте. Что-то у меня иногда подфриживает. Пинг 4 сотки у нас становится. Можно где-нибудь... А вот темпесты. Здесь, кстати, маршрут темпестов пролегает, да, с прироста выходящих. Нексус была не видит. Тут сейчас он только увидит Нексус Джейши новенький. В наглую вообще подставляет сюда Нексус, я вам скажу. Просто в наглейшую вообще.
Можно вывести просто несколько генералов вот сюда, лингов, и убить его в легкую вообще. Так, гвалюркеры подходят, копаются. Да, до фотонок не достают вообще. Глай подводит группу лингов. На все вместе с гидрой лингами через оклик. Просто послать сейчас вперед и все. Так, линги заходят, люра заходит. Дарк один варпится. Ну, там спорки есть, спорки все отобьют здесь. Глай убивает новейшую добывающуюся катку. Джейши. Нексус, точнее. Пытается лингами еще часть пробок не отпустить, но пробки с армуром, а линги без когтя, даже без вот единого. Поэтому все печально, пар дрейда на поля нету. Убивает фотоночку, Блай, здесь два дарка лупится. А нет, дарк и зелок, все в порядке. Убивает Никсус, Блай, Джейши и ставит хатку. В это время Джейши пытается в этом направлении что-то предпринять, но и в этом ничего не может предпринять. У Блая все здесь заблочено-залочено. Застрочено. Темписты притягиваются, фидбэки не успевает Джейши кидать. Штормов миллиард просто на проходит на карапторов. Штормы очень жесткие. Но Блай, тем не менее, убивает несколько темпистов. Разменивается. Я не скажу, что в плюс тут Блай разменивается. Но неплохо разменивается. 140 на 77, лимит постоянно больше, а самое главное, запас намного больше Блая. Джейши пытается прям под Блаем базу взять, а это, я думаю, что обречено на провал полный вообще. Так, груды бомбят землю, корабли с воздухом дерутся. Шторм есть еще один, да, есть еще один шторм, но Блай под трансфьюзами здесь на пофигу сидит. ГГ пишет Джейши, и Блай 1-0, высидел все-таки, даже на пингах на этих. Секунду. Все, вернулся сюда.
Пользователь D1MS0N активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Димсон, Блая, вторую игру ждем. Так, ребят, все, прошу прощения, мне тут по делу люди пишут, по-важному очень. Вот, ответил, всем ответил, за все отвечу. Поехали смотреть игру. Короче, пробочки что-то туда-сюда катаются. Twilight у Джейши, король Сижонг у нас карта. И кого дропает-то, черт побери? Китайцев, не меня. Полетело, а вот. Развитие завершено. Так, ребят. Ну что у нас тут происходит-то? Хатка на третий. Эволюшн Ублай, где он строится? Вот он на мейне, кстати, строится. Передроп, какие-то лингов будут, что ли? Ну, 6 лингов строится, да, будет передроп, но это не Коня Улыновый передроп. Так, передроп, понапрягать немножечко. И переход дальнейшая макро по рабам, там на 3 просто впереди. На так, в принципе, на таких стадиях это абсолютно нормальная ситуация, даже я бы сказал бы. Вот.
сервер готов. Прогрузились деньги, все, они полетели наверх. Ну что, 5 пробок Блайз грыз, вполне удачный врыв, 10 рабов заказано, Беллинг Нест и т.д. Здорово, Элюк, здесь, в чатике. Вот. Линги туда-сюда что-то бегают. Опять дроп лингов. Но в этот раз они ничего сделать не смогли. Зато смотрите, сколько дэмэджа нанесли. Все рабочие погрызаны. Все понадкусал Блай. Яблоки. Как в анекдоте. Ни одного не съел, но все понадкусал. Но Блай не потому, что жадный. Как евреи в анекдоте там, или кто там. Или хохол, не помню там. Вот. Блай просто все понадкусал, потому что собаки агрессивные. Курятник забежали, давай всех грызть. Один адепт успел на вторую телепортнуться. 14 дронов уже минус. Кажется, это минус Блай. Что-то здесь печально очень все, по-моему, складывается в этой игре, ребят. Прилетает Оракул, еще на третий нас ждет. Нас ждет много. 4 уже минус. Но пятого не минуснет все-таки. А на мейне прикрытия нет, но и вы... И атаку выключил сейчас Джейши. Хороший врыв беллингов. Какие все дохлые? Почему здесь всего один линк сидит? Где этот линк? Все начинает регениться. Тут он два. Даже сразу две пробки подрезал. Здесь Блай умудрился зайти. Нужно грызть рабочих. Они же демедженные все. Блай пытается сделать. Несколько минуснул, в это время пытается уйти овером. Оверчаш Джейши не выставляет. Вот он выставил, погибли 8 лингов в утробе овера просто сразу же. Печаль полная. Блай глаза загорелись, видно было. Блин, такие демедженные, хочу грызть-грызть. Начал метаться, здесь один линк этими забежал, выбежал, забежал опять. Короче... Ну, нужно было, чтобы два линга здесь сидело в овере, так можно было гораздо больше сгрызть. Здесь масс, феникс уже. Но у Блай есть безусловный плюс, он на трех базах против двух китайца. Но это ж китаец. Его много и на двух базах, сами понимаете, что тут делать. Так, адепты на муви пришли. Подарок просто Блаю, посмотрите. Ё-моё, и Блай в игре вновь. Это что вообще с китайцем происходит вообще? Кажется, китайцы вообще... Блай на 300 пинги просто, как я не знаю, как на лане себя чувствует. А у китайца там соточка поднялась, чуть-чуть что-то лагнуло. Все уже не может ничего сделать. Все на муви отдается. Ну, хотя по лимиту он все в плюсе до сих пор. То есть Блаю надо как-то гидроден успевать сделать, наверное. Так, фениксы висят здесь рядом, все в порядке. Блин, крутой турнир Лайфенг. Надо как-то договориться с этим... Из этих корейцев, этих нытиков, блин, в игру не пускают. Никто из нас не лагает нифига. Фениксы пытаются харасить, но Блай отгоняет. Ну, рабов что-то у Блая мало. Нужно гидру побыстрее, если честно, бы ему строить.
Так, Блай бегает на мою, там отдает несколько юнитов. Что-то же Иши до сих пор фениксов, что-то не понял, сколько он хочет фениксов-то настроить. Гидра Дэн готов, мув рейндж гидре делает, с фениксов 14, что... А, это фениксы адепты классические. Блай 19 бейнов делает и делает 6 гидралов. Королев сколько у Блая? Королев 11 штук. Ну, собственно, если бейны сейчас адептов минуснут, к примеру, то есть все шансы на успешный исход здесь. Так, видит же Иши Беллингов. Поднимает их. Не надо, Блай, так ходить. Нужно, блин... Понятно, что китаец понимает, что бейны чрезвычайно опасны для него в этом раскладе. Адептами врываться не будет, он это очевидно. Блай, может быть, четвертую здесь надо заказать, я даже не знаю. Третью по чуть-чуть начал в Джейши добывать. Грейды отсутствуют, но в этот раз у Блая грейды лучше, нифига себе, чем у китайцев. Но китаец тоже в плане грейдов какой-то, ну, не особо такой любитель, да, грейдов. Четвертой хатки нет, Блай все-таки здесь хочет брать. Пять фениксов залетают. На халяву 7 дронов. Просто, ну это вот много слишком фени. Моментальный врыв, 7 дронов сразу в минус. Адепты со скоростью атаки. Ой, все новые и новые делаются. Бейном, ну есть лейер. Бейном мув Блай не делает. Тут вместо того, чтобы сделать мув, Бейном что-то тупит. А почему он нужен? Потому что фениксам-то тяжелее будет на крипе поднимать всех этих бейнов. Заходит Блай. Бейлинги идут вперед, прям в адепт врываются. Гидра, которая за королевами должна стоять, она просто вперед идет. Блай, что у меня вопрос возникает, что ты, черт побери, Блай, делаешь? Ну, Блай даже при таком раскладе просто пробревает. А представьте, гидра стояла бы вот за этой стенкой королева, она вообще бы разваливала. А королевами нужно не через оклик, а катить, подойти ближе специально в рейндж пофиг адептов всего снизу встать и начинать бомбить, чтобы еще и гидра сзади доставала. Это нужен контроль здесь. Но по лимиту сравнялся практически Блай, что самое интересное. И казалось бы, ну первую игру тоже уже без шансов для Блая смотрелось, а потом, опа, Блай как-то и перевернул. Здесь точно так же все смотрелось, но... Блай нормально держит. Королева приходит, гидру поднимает, и есть Микоста. Да какие инфесты тираны? Блай, просто, мне а сейчас бомбанет, реально. Ну какие там, 65, там, через 5 энергии было бы 75, все, поймал бы фениксов и не минуснул бы масс. Какие-то, что за нервы-то глупые, блин? Какие инфестированы? Полный бред, блин, полный бред, 128-137, здесь какое-то забегание от Блая идет. Беллинга мува как не было, так и нет. Вот сейчас был бы мув Беллингом, здесь Бейнов морфанул штучек 6 и сюда ворвался, к примеру. Кат четвертую опять же Иши Блая сбривает. Адепты врываются или нет? Врываются адепты, телепортируют сюда. Феникс их не прикрывает. Беллинги неплохо очень дэмэдж наносят. Большой адептом сейчас взрывают основное количество. По лимиту все равно, правда, Блая меньше до сих пор. Здесь несколько адептов. Два телепортируют сколько там ко второй базе. Их причем нечем встретить вообще Блая, только королева здесь. Ну, кстати, гидро с беллингами минуснул здесь часть адептов, которые сзади были. 108-122. Здесь какой-то врыв был, ничего вообще было не убил. У Джейши 4 добывает. Все-таки китаец, смотря на все свои ужасные просто ошибки, катастрофические ошибки, просто я бы сказал, он все равно умудряется здесь вытаскивать. Так, микозом пару фениксов Блай поймал. Вторым микозом облил монитор сейчас немножечко. Во всем виноват пинг, что ты не можешь посмотреть, что 5 энергии до микоза осталось. А, ну это в переносном смысле. Ну да. Можно и так сказать.
Ну, кстати, у Блая люркера, а адепты против люркеров вообще не воины. Даже сталкеры против люркеров смешны. А адепты тем более, вот заходит масса адепты, здесь корочку минусует. У Блая люра готова, копается люра. Хорошо так в центр адептам дала сейчас залп. Здесь одни гидралиски, кстати, бегут. Телепортируются джейши, гидру надо увести, Блая, все под микозом, под люрой. Как он вообще все здесь громит? Вообще просто. Во китайство, ну вообще на что рассчитывает, я не понимаю. Мессиной Блая задавить? Ну мессиной можно и не задавить. Че, Блай прожорливый у нас. Не подавятся. Это собаки и гидралиски с виду маленькие, а так они адептов на завтрак по 5 штук каждый едят. И фениксами, крыльями закусывают еще. Ну, фениксов все меньше. Правда, у Блая вот, самая лучшая ситуация сейчас в игре у Блая, наверное, из последнего времени вообще. Но до сих пор у Блая лимита как бы меньше. То есть не было времени, вот сейчас только больше стало, не было времени, когда у Блая больше было. Рабов меньше, все меньше. Вот почему сейчас Блай не хочет проатаковать, он думает, наверное, что там это, а экономика просто нереальная какая-то и сидит на месте. Так, что-то Блай собирается вроде как делать. Здесь уже архунов масс какой-то. Ну, пошел Джейши, кажется, крип убивать, а Блай может на халяву просто в центр сейчас зайти. И все, 9 люры штук плюсом еще Блай делает сейчас. Спорочки перекапываются. Джейши он по крипу пошел. Да зайди на ХГ вообще. Че он тут бегает вообще? Блай что-то ждет здесь. Че в лоб с ним драться? За игру Блай 75 дронов потерял. Действительно, много это было. Так, микозом часть юнитов поймал. Сейчас Джейши. Джейши прыгает вперед на Блая. Попадает на люру просто. Зелки сразу все в хлам слиты. Люра, правда, фениксами поднимается. Масса мортла, но и мортлы бонус-то не имеют по гидре. Люру надо обратно копать. Не понимаю, Блай втягивает эту битву или нет. Блай втягивает эту битву и посмотрите. Отойти под люркеров назад надо, Блазилков подпускать слишком близко. Надо люру идти прессовать сейчас. 12 гидралов заказ, 131 на 127 по лимиту. Джейши пытается вперед пойти, но теряет еще несколько зилков просто и все. Можно из этих гидралов еще люры сделать. Сейчас 19 придет плюсом и все будет замечательно уже у Блая. Есть еще микос, можно еще что-нибудь подстроить сюда, я не знаю, лингов немножечко, бейлингов, чтобы заморфить хоть какое-то количество. Блай вот сейчас на лоу-граунде сидит. Кстати, позиция у Джейши, конечно, крутая. Но можно спорки поближе поставить. Блай заходит сзади через камень, что ли? Да, вот Блай через камень сзади заходит. Видит зелков, видит все. Что мешает убить эти камни и зайти люрой отсюда, например. Блай что-то побаивается. Все-таки 20 лингов делают, беллингов собирается сделать. Потери у китайца больше на 3000 вообще сейчас. Это жестко как-то. Люра копается еще ближе. Блай подходит, собирается сагрить, по-моему, Джейши. Джейши играет без шторма, это ошибка. Еще 7 люркеров. Он понял, что здесь только земля, и кроме земли ничего и не будет. Пошла атака. Блай теряет инфестора. Микос одним успевает выкинуть. Линги приходят. Люру сзади-то копай, вон зелки зашли. А зачем копать Люру, Блай? Вот он сейчас вспомнил, что надо закопать. Закопал. Все, вроде как все подрезает здесь. И продолжает давить даже при этом всем. И лимита больше. Вот эту люру надо взять, подвести вперед, конечно.
Спорки можно перекопать еще ближе. Гидры строятся много. 152, 134 по лимиту. Зачем Ctrl-F нажимать? Ctrl-F нет такой команды, ничего не дает вообще. Это армия Блая, Ctrl-F. Точнее, да, команда есть такая, но... Что ты хочешь увидеть, я не знаю. Застрял Блай что-то тут на лоу-граунде, ну никак он вперед пойти не может. Уже начинаются контратаки. Какие дзилками. Блай теряет гидру, теряет хату сейчас потерять. Гидра уходит. Одна люра здесь осталась. Блай понимает, сейчас походу атака будет. Отступает немножечко назад. Люра под ударом. Фениксов много, зилков и мортлов. И мортлов вообще просто немедленно. Ну досиделся Блай, Ну все, вот что он стоял-то здесь вообще, как лунтик? Зайди ты наверх, вынуди подраться. Нет. Встал снизу и стоит до бесконечности. Китаец не тупой. Построил призму, прилетел, зилками базу убил и в центре развалил вообще. Какой-то бред вообще полный. И похоже, что Влад здесь проигрывает. Хотя сколько раз в этой игре менялось это все. Но тут, конечно, настолько лимиты в плюсе у китайца, что я боюсь, что тут уже, конечно, что не делать. Так, Микос плюс зеленка. Микос поздно Блай кидает. Зеленку-то поставил, но часть имморталов дерется. И этого достаточно, по-моему, вполне. Но я не наблюдаю обсервера здесь у Джейши. Поэтому люра просто колоссальный дэмэдж тут наносит в имморталов сейчас. Архоны проходят, все сливается. 38-68. Еще шанс у Блая, что ли, будет в этой игре? Похоже на то. Обсервера, вот три обсервера сейчас строятся. Блая нужно на все люры сейчас заказывать, иначе беда. Темно стало, гроза что будет? Не, ну 87-153, да, тут макро хорошая, здесь много всего у китайца, у Блая. Пашку пытается восстановить, здесь два феникса летают. Так, уходит Оракул. Точнее, уходит Блай рабочими. Оракул здесь. Юнитов много, но убить нечем. Оракул, вот чем прикол. Никто по воздуху не стреляет. Только он один гидрал прибежал. Кидзосик, я не понял, про что ты говоришь. Если ты говоришь про Оракула, про Ревелейшн, возможно. 50 энергии на 43 секунды. Просто все видно. И инвизных тоже видно. Ну, Блай дает. Призму притягивает не туда сначала. Не убил, потом все-таки убил. 109-185 же Иши еще одну базу занимает. То есть он все еще боится. И главное, всю игру просто, ну, ничего не пытается сделать. Ни темпестов, никакого свича не может. То есть все время зилка, архуна и морг выходит. Все. Пытается к Блаю на дальнюю, на четвертую зайти. Новая люра морфится. Часть в центр юнитов заходит, прыгает. Здесь есть беллинг, все в порядке. Короче, не спешит китаец отдаваться. Имморталов 13 штук здесь, это вообще жесть просто полная.
Не, ну 107-200 я не верю, конечно, такой. Особенно, когда люра вот так вот угла бегает. Это был перевод с одной базы на другую просто. Ну, здесь 5 люркеров всего, а не 6. Они даже при самом лучшем раскладе не подрешают, я думаю. Из центра надо всю люру брать. Вести сюда. Пошел замес. Зеленку кидает Блайк. Ну, под мифозом эти юниты хорошо здесь, конечно, стоят и под зеленкой не атакуют. Ну, 5 люркеров. 15 здесь было бы, да, может быть, что-то получилось. А даже 15 могли бы не выдержать здесь. Слишком адовый микс у Прокса, конечно. Ну что, третью ждем. Так, 1-1, все, Блай начинает. Привет, Кочес. Что-то там не вижу, что ты пишешь. Какая обилка, я хз. С
слишком сильная. Так, сейчас я посмотрю, что там на улице происходит. Подождите. Непонятно, что там, что происходит. Тучи летят и все. Так, ну что, Джейши тут влочит вторую, но Блая на золоте третья. Посмотрите, пилончик здесь есть. Это будет фотонки. Кобра не одобряет. Кривейшие фотонки, ребята. Просто кривейшие. Дал дроном сюда проехать. Я уверен, что они не достроятся. Если Блая не будет тупить, просто побольше юнитов возьмет вперед. Да, вот два линга есть, вы видите. Блай пропускает их. Фотоночки сейчас. Но одну почему-то Блай не дофокусил. Я вообще не понимаю, почему. Вот одна сейчас доделаю все. И вот эта одна как раз-таки зарешает больше остальных, на самом деле, Блая. Против Блая. Ну, все равно он отбивается, и все в порядке. Три дрона всего лишь теряет. 15-22 по рабам, да, есть такая тема, но убиты будут раз-два пилона сейчас. Так, здесь пилон Блай пока не добил, оставил. Стенки у китайца вообще нету, фотонок нету. Если Блай сейчас из Z зажмет, он просто прогрызет его. Блай предпочел уйти сейчас лингами, кстати, уже мух через будет, через 9 секунд готов. Скорее всего, хотя не может уже тут восстановилось только. Нет, нет, убивает адепт еще одного линга. Все, Блай мух готов, он уходит сейчас. Здесь пилон выбивает. Пришел адепт, занимает идеальнейшую позицию здесь просто. Убивает двух рабочих на ровном месте. Блай так и не выбил пилон, ну вот он где третью поставил. А всего-то нужно было лингами не бежать сюда, непонятно зачем, чтобы их адепт прогнал, а просто назад вернуться и убить пилон. Все. Блай ставит еще две хаты сейчас, не одну, а две. Здесь Твайлайт, скорость атаки адептом делается. Вижу Evolution, ну, Oversmo, уже здесь робо заказано. Робо это интересно, но сначала было адептов бы нужно осилить. Сейчас будет врыв с адептами. Была, я смотрю, Баллинг Неста не делает, Роуч Уоррена нету, а голыми лингами адептов убивать, это очень напряжная на самом деле затея.
Так, адепты вперед двигаются. Была еще маслингов закат. За время контр-дроп будет на мейн. Кстати, нечем китайцу его отбивать-то особо. Блая 20 лингов, ну здесь 9 адептов идет, 20 лингов в продакшне, что это такое, это смех. Здесь адепты, короче, дроп печальный, дроп ничего не сделал. Здесь 9 адептов приходит, и Блай тоже их не отобьет, я уверен в этом. Хотя, не смотрите, китаец боится. В итоге у Блая появляется возможность на халяву, на ровной местности окружить адептов, и что он и делает моментально. А если бы китаец не тупил бы, сюда порвался, то хрен бы что там окружил бы вообще Блай. В итоге адепт сплитится на две части, один... Так, два адепта на золоте, два на второй базе находятся. На золоте погибают, 6 дронов погибло, здесь адепты падают, в итоге не смогли телепортнуться даже на мейн. И гидроден у Блая заказан, причем 38-49 парабам, 4 хата у Блая, включая золото, ситуация хорошая, просто рабов восстанавливать. Так, плюс 4 гейта пошли здесь у нас. 3 гейта тоже добавляются, короче, 7 гейтов сейчас строят одновременно Джейши. У него будет сколько? 10 гейтов сейчас. Это явная какая-то агрессия. С чем? С адептами? А, это просто с адептами агрессия сейчас. Но у Бла есть Беллинг Нест, по-моему, уже. Был же, нет? Нет, нет у Бла Беллинг Нестов никаких. В это время контратака на линга. Кстати, хорошая контратака. Даже адепт со скоростью атаки здесь не спасают китайца. Но Блай должен понять, что здесь что-то агрессивное происходит. Наверное, все-таки. Линги все отдали. Здесь выход идет очень-очень жесткий. 4 гидрала, 21 линк вообще. Ну, тут слабенький микс после того, что у Протса. Так, 4 беллинга. Видите, а где Беллинг Нест? Я что-то вообще... А вот он. Помню же, что строился, походу. Ну, пока Блай сейчас добавит беллингов, пройдет, я не знаю, много времени, и уже они не зарешаются, походу. Так, беллинги идут, там один дорвался, другие падают. 97-85 минус Блай. Золото оставить можно, попытаться на трех на этих усидеть базу. Но Блай не пытается на трех сидеть, Блай пытается отбиваться. 30, там лимит на 50. Отступает еще раз назад, но слишком мало юнитов у Блая. Не видел вроде. Видел же вроде как Блай атакует. Китаец пытается сплетануться, но сплетануться так себе, но юнитов все равно больше, чем достаточно. Более чем достаточно. То есть Блай не успел просто отмазиться. Контр-забегание было более-менее интересным, но надо было его делать с беллингами, взрывать все нахрен, прорываться. И здесь беллингов тоже не успел заморфить. Два адепта на мейне, там 2 на 3, 4, 5. Везде у Блая все рабочие гибнут. Короче, минус Блай. Блай Полт сейчас должен играть, Блай с Полтом.
Так. Он вступает в группу. Эта игра уже ничего для Блая не решает, но она будет в любом случае играться, поэтому ждем начала. Ну все, черкают карты. Ну что, пошел урыв. Сейчас я подойду через секунду. Ну что, полк против Блая? Может, полтеца получится Блая пробрить? Погнали. Сейчас, секундочку.
Так, ну что, Блай, против Колта? Блай спрашивает Колт, ты где он сейчас находится, в Корее или в Америке? Он говорит, в Америке, Блай радуется. Колт говорит, лол, типа, чё тут радоваться? Дорогие, да у тебя тоже пинг типа есть, и Колт ставит смайлик плачущий. Вот так вот. Так, а после игр этих что там будет? А, там пол с китайцами еще будет биться. Улучшение завершено. Пристройка. Так, я не знаю, кто эту карту создавал, но карта веселая на самом деле, и что самое здесь, несмотря на то, что тут идти вообще моментом можно от одного к другому, проходы сверхузкие как бы, но карта имеет место быть, и как бы игры на ней интересные достаточно получаются. Никелес. Я не знаю, что за контора, но то, что ты описываешь, это просто обыкновенная схема отмывания баблица, по-моему. То есть просто контора сбивает цену до максимума просто на аукционе, до минимума точнее, и отдают типа как бы, а потом она говорит, что не может это исполнить и передается тому, кому надо. Просто мне рассказывал человек, это так сейчас всегда делается как бы, вот. А в Пскове, поверь мне, делается так лучше, чем везде, потому что, ну, например, на свободной экономической зоне Моглина на 6 миллиардов рублей у нас было создано 2 рабочих места, как бы, вот мне это рассказывал тоже человек. Так что люди работают, ты что, умеют все делать как надо. Прилетает танк, полк протхарасил Блай, 2 рабочих собрал, Блай 3 ставит. Нет, первого старика сегодня не будет. Сегодня и нету первого старика в турнирах. А вот завтра Старлига, но, возможно, я завтра даже с высокой вероятностью уеду все-таки, наконец-таки. Потому что постоянно какие-то обстоятельства, что я не могу этого сделать просто. Пулта стимпак почти готов, тут раскачивает вообще все очень жестко. Блай, правда, лимита больше, и сейчас 8 вот муталисков вижу, заказано. Пробивает он камни, собирается вот это направление, видимо, как-то Блай вырываться по нему. Так, мутка подлетает к мэну, здесь много мариков у Блая, у Пулта стоит. Блай все пытается захарасить здесь.
Так, газ надо будет забрать. Газ не забрать. Еще везде все туретками прикрыто, везде все как печально. Вот здесь вот один Марик ходит. Лай прилетает, через атаку его убивает. Здесь ДПшки халявные. Меняет полустроющуюся. Лай пытается другие убить. Ну, здесь Стим доделался. Так, пытается Блайдроп принять, два муталиска уже слил, сейчас еще и третьего слить может. Нет, третьего вроде как не слил, все в порядке, пытается нагнать медивак. Нагоняет, кстати, медивак Култу, блядь. Видит, что, по-моему, в бункере все один Марик сидит, но все равно ничего из этого извлечь не смог. Так, 7 реводеров Блай делает. 137, 104 по лимиту. Пул пытается что? Пытается атаковать Блай, зайти вперед. Но у Блай реводеров много достаточно. Мутка сзади пытается пошатать, подлететь. Но Блай всех муталисков удачно вполне сейчас сливает. Фаерболы по танкам пошли. Но Блай не может минуснуть танк. И просто со 137 лимита против там 104 с 30 плюса лимита Блая. Становится уже равный лимит. Ну, Блай здесь просто супер зафейлил, конечно. Зачем он лез в узкий проход? Почему так к ее фаерболге? Он здесь мог пинг, да, подрешать, конечно, но... Что-то, по-моему, Блай нервничает. У меня такое ощущение складывается. Хотя, что, уже нервничает? Вроде как бы... Уже ничего и выиграть здесь Блай не может. Принимает бой. Фаерболы по Марикам заходят сейчас. Снизу два краснющих танка, но до них никак Блай достать не может ничем. Так, передроп от пулта к третьей базе. Пытается ворваться лингами роучами, блядь. Фаерболы по танку пошли по одному. Зачем все в один-то кидать было, сейчас не понимаю. 80 на 107 по лимиту. Здесь дропчик уже готов врываться. Третью базу пул Блай развали. 20 лимитов в плюсе. Ну, упустил Блай эту игру. Мог и выиграть, как мне показалось. Но, к сожалению, нет. Не выиграл. Своих дронов фаерболами влазит, косячить накрывает. Ждем вторую игру.
Ну что, ждем инвайта. Че, за смс-ки приходят? Так, что-то какая-то хрень. Ну что, вторая игра началась, ребят, Пулт против Блая. Ну, для Блая здесь уже ничего не решается, фактически. То есть, Блай уже не пройдет дальше в этом турнире. Но все равно Блай предпочитает поиграть эти турики, на самом деле. Ну, ужасном этим пинге тоже опыт, в принципе. Че, почему бы нет? Так. Вырубим звук сейчас. Подлетают углы. Ну, сейчас он увидит, что Пул делает. Пул-то Рипер прилетел, он уже понял, что Пул делает. Ну, надо дальнейший-то билд тоже посмотреть. Вот здесь линги пытаются набежать. Пул одного линга минусует уже. Может быть, это даже и не последняя потеря для Блая. Пытается к дронам попасть. Два линга Пул минуснул. Инъекцию королеву делают. Ну все, два линга Пул минуснул, это все, что он минуснул. Ну и хорошо, потому что опасно.
Таз, кэш, кэш, кэш. Слушай, ну да, что-то фразу взял. Ну ладно, пусть турниры я не против. Если турниры с таким делают, то пусть делают. Так, пулт на одном хп, и чертов рипер живет на одном хп у пулта. Но самое главное, что, блин, он может заметить то, что Блай делает дальше. А Блай делает Нидус сейчас, как вы видите. Причем пулт лететь, харасить Блая собирается танком. У него дома вообще ничего нету сейчас. Правда, и роучи тем временем не заказаны. Привет, Сплит 47. У меня все в порядке. Пул Троуч Ворон заметил сейчас. Кажется, пул все понял, что происходит. Ну да, собираются люди на Старкрафт. Почему нет, как бы. Но. Что, Блай прям вниз Нидус будет делать? Не, наверх делает все-таки Нидус. Здесь деньги прибегают, танчик напрягают. Будет пул КСМ-ки выводить или нет? Да, думаю, что будет. Танк снизу. Нужно вот здесь снизу было делать. В итоге как-то угла и криво все получается. Королева выходит, трансфьюз успевает кинуть. Ну так, больше трансфьюз угла не успевает, правда, кинуть всегда. КСМ-ки там на муи сейчас стоят. Почему-то не... А, на халде они стояли просто, чтобы их не атаковал танк, я так понимаю. Смещается в лайн амейн. Танк не может привести новый сюда. Нидус еще один пошел прямо рядом. Вот танк перераскладывает. Сейчас ближе 12 КСМ-ок уничтожено. Но у пулта опасная ситуация по экономике начинает складываться. Но пока это еще не победа Блая. Вот в чем прикол. Выходят новые линги, новые роучи. Нет, роучи нет пока. Только линги новые выходят. Танк по своим же рабам. Дикие залпы здесь просто дает. Еще и минка своим же сплэш наносит. Смотрите, один линк до танка дорывается, но у пулта медивак появляется. Но 9 на 31 по рабам, ребят, это катастрофа. И кажется, Блая сравняет сейчас счет с помощью Нидуса. Да, у пулта тоже пинг. Он из Америки играет на Азии. Ну, а будущее Старкрафту, как я представляю. Как и всех игр, будут в него играть, будут турниры делать. И насколько? Пока Blizzard поддерживает, пока есть ВЦС, все нормально. Сколько просуществует формат без корейцев, вопрос хороший. Ну, пока будет существовать, я так понимаю, этот формат. И... Почему бы и нет? Так, заходит 2 минус Мариков, делает сейчас несколько. Как же танк бомбит? Это ж просто жесть какая-то, как он бомбит. Просто адски. Еще линги выходят здесь. Еще 4 КСНК минус. 13-3-4 по рабам. Ну, пулт не сдается. Как он бесит меня, этот пулт вообще. Со Стрэнджем-то я на халяву выиграл. Ну, видите, не сдавался, выиграл на халяву, как бы, и денег заработал. Зато. Тоже в этом плюс. Минка залп делает своим мариком дэмэдж наносит. Еще Нидус один от Блая, что Блай, ты успокоишься когда-нибудь с этими долбанными Нидусами. Построй ты рабочих, построй ты шпиль, что-нибудь сделай, в конце концов, там третья цешка уже... А, все, Блай уже начинает, в принципе... Так, здесь линги выходят, против Марик, королева выходит, королева плюс роучи, много юнитов от Блая выходит. Нидус пулт от фокуса, может, а новый еще Нидус пилить, я не знаю, в конце концов. Если дожимать Блай собрался. Роучи с мум уже. Да, Роучи уже с мум. Третью базу Блай, правда, так и не видел. Вот сейчас Роучи, кстати, Роучи поймет, что третья есть у пулта и зайдет туда. Так, здесь один Роуч пытается танк минуснуть. Танк не минуснуть. Здесь три Роучи нашли третью. Криптумур. В этот раз с Криптумуром Блай высунулся. Пытается проатаковать, роучи вообще было не контролят. Танк 24 юнита нащелкало, это не абы юниты, это не линги там, грузлинги какие-нибудь. Роучи в основном королевы, лингов у Блая не так уж много было в этой всей движухе. Так, медиваки нам сливать. Медиваки Блай сливает, принимает мощь, линги выходят, новые роучи выходят. Легиончики есть у пулка уже.
несколько штучек. 22-36 парабам, лимиты практически равные. Посмотрите, Улт отобьет сейчас, стимпак у него есть. Блая не дожал, и у Блая проблема, я вам скажу. Почему? Потому что пул сейчас подстроит продакшн, а Steam есть, медиваки есть, сейчас спадет этот крип, можно реакторы, да сейчас уже можно перелететь с Старпортом, запилить. Пару танков построят, и все окей будет. Где-то еще один Нидус. Блай только на Нидусах, мне кажется, сколько Нидусов погибло в этой игре. Жаль, здания не показываются, потери по зданиям вот в этом интерфейсе. Я думаю, что уже около десятки Нидусов, там штук 7 было, то есть у Блая уже 1000... Ну не тысяча, но несколько сотен газа на минералы потратил только на Нидуса на одни вот эти. Так, здесь КСМ 2 и то не забирает. 2 и 2 уезжают, 2 падают. Так, Нидусы на мейн заходят сейчас от Блая. Садится всем туда, пол приходит. Сейчас Steam будет готов, здесь ничего выйти не успеет у Блая особо. Королевами трансфьюсь. Нет, трансфьюза, минус королевы все. Минус роучи все. Еще один Нидус прямо сюда пошел. Блай на пофиг хочет Нидусом пуху добить, по-моему. Ну все, Блай хладнокровно уверсиры здесь оставляет. Нидус еще один готов. Ну где Роуч-то? Высаживай что-нибудь, Блай. Блай в это время пытается зайти в лоб. И чего? Здесь танки есть, здесь есть. Здесь все есть для обороны у пулта. На мейне ничего с Нидуса пока не делает. Вот надо сейчас с мейна выпрыгивать бы роучи. 55-75 по лимиту. Здесь подрезает еще Мариков. Ну, Марик с лечением. Здесь роучи выходит. Короче, блин, Блая играет на пофиг. Ему не важен результат. И в итоге как-то криво у него все очень происходит. Здесь, я вам скажу честно. Сейчас он подземный мув делает. 51-23, правда, по равам до сих пор. И здесь роучи шатают, то есть Блай не отпускать не собирается, я так вижу, полка. Так, здесь танк чуть не забрал. Нидус что-то погиб, почему он погиб? Кан пошел. Видит роучи закопанных полк. Залп по заднему, минус 2 за сплэшем забирает. Здесь один роуч на мэне окопался, правда, все-таки. Так, опять роучи на второй. 82-55, ну и игра. Сколько роучей же погибло? 46. Потери вы видите. 6900, надеюсь, что сутки же у Блая больше потерь. Блин, 46 уже тот танк убил, он жив до сих пор, ребята. С самого начала этот чертов танк жив, здоров и разваливает роучей. Слингами. Доживет ли до конца он игры, я не знаю. Если пул затащит, может быть, даже и доживет. Чертов танк убили, бля, пул куда ты полетел? Такого ветерана потерял, опытного. Он уже просто должен... Если бы уровни какие-нибудь давали, этот танк уже должен был не 70, а 170 дэмэджа бомбить бы просто. Точнее, не 50, а 150 бы бомбить должен был бы. Сканит пулт, но здесь Блай пулта разводит просто на сканы, я насколько вижу. Здесь две минки прилетают, и Блай их не одну успеет выбить, другую не успел. Все, минка, два дрона минуснула, медивак все-таки Блай сбил. Четвертая хата у Блая есть. Ну, Блай, вот что самое интересное, он ничего, кроме роуч, не пытается сделать. Не эволюшн, как бы, грейды 0-0. Thank you.
Маску вышло несколько еще в Лайпул, просто на один-один Марик как разваливает на халяву их сейчас. Я не знаю, для чего Блай вообще вот это делает, просто для меня загадка. Зачем он так отдается? Здесь дроп наверх убил четвертую базу Блаю сейчас. А что толку, там и добычи не было. 60-123 по лимиту, 10 на четвертый. Надо выкопать этих роучей трех. А, Блай типа обманывает, что ли? Опять Нидус пошел. Какая-то жесть вообще. Лайдропчик все-таки поймал. Сейчас орден Тарсона у Пулта будет, просто если он так будет действовать. ЦЦшка, посмотрите, на 200-190. Нет, все-таки Пулт внимателен, успел поднять. Но у него только на мейне ресурсы остались, все, больше нигде нет. Здесь роучи на мой бегут. Ну, копает, е-мое, Блай не вкапывает роучи, просто сейчас нелепо. Один здесь снизу остался. Опять Нидус пошел на второй, на мейне. Кан Пул все-таки третью посадил, сейчас вычинит ее, похоже. Еще несколько роучей Блай высадились. Опять Нидус пошел, да е-мое, что ты будешь делать? Так, две пушки пробил, пытается уйти. Пул сканит, просто роучи запарился уже, мне кажется. Здесь медиваки летают, Блай 143-67. Несмотря на то, что... А вот Блай даже первую атаку сделал, тут у него эволюшн есть. Ну, кстати, 139-73, все еще двукратное преимущество по лимиту сохраняется, но Пул вторую атаку заказывает, то есть... Пулту нужно стабилизировать хоть на сколько-то времени и попытаться что-то сделать. 2-2 пул заказал. 91-151, но на 20, даже, да, на 20 рабочих была больше, чем пул-то, то есть боевого лимита разница, ну, там 40-60 на 100 примерно сейчас. И это значит только одно, что если пул поживет подольше, увидит побольше, вот, и грейдов побольше сделает. В общем-то, поживешь подольше, грейдов сделаешь побольше. Да, пул дропается, четвертую Блай отменяет. Блай просто провальный. Сейчас что-то там возвращается, сейчас пытается Нидус запилить. У пулка вся армия практически здесь, в этом взрыве, кстати говоря, присутствует. Фаербулы падают, ну там не убьет Блай. Все абсолютно плохо. И пул пытается улететь. Нужно залезать в Нидус и пытаться сюда вылезти. А, Нидуса не будет, Нидус уже... сделался, но толку нету. И 95-129, кстати, 65-79 по боевому лимиту. Кажется, Полт здесь вытаскивает. Ну, еще не факт, конечно. Четвертую Полт отменит опять. Блай забывает нажать escape. Не отменяет ничего. Здесь уже био тоже масса скопилась. Чуть-чуть третью пол прорвали. Да, разваливает третью пол. Нет, чудом выжила она. И опять чудом выжила. Да, рабочий даже вперед берет. Ну, пол-то 2-2. Блая 0-1. Ресурсы кончаются. Пишем Г, выходим больше боевого лимита пол-то. Это жесть вообще. Какую игру вытащил? На пинге, пусть несуразную, но все равно вытащил. Вот в чем прикол. Блай опять хату не отменяет. Да. И пол делает уже выход всеми вперед на вот этот медивак. Просто с собой взять, да и на клике убить просто там Блая. Thank you.
один сканить пол, Роуч постоянно убивать. В это время на вторую часть Роуч и заходит. Пока Блая повыше. Да, Блэк, кстати, армур даже сделал. Смотрите-ка, не 2, 2 на 0, 1, а 2, 2 на 1, 1. Ну, все это для пулза замечательно. Здесь Роуч и Блая не вкапывает. Это ошибка. В это время вот этот единичный дропчик одинарно летает, пытается напрягать, но хз тут как. Так, в это время двойной дроп отвлекающий ко второй базе. В центре Блай бой принимает и с инфесторами, кстати, неплохо дерется. А здесь королева закопана. И Блай, кстати говоря, видит пол-то прекрасно здесь. Есть Микос. Великолепно Микос пошел сейчас. Фаерболы по медивакам, по марикам проходят. Еще марик здесь у Блай убивает. Вот здесь вот можно бы и проатаковать было, пока у Полта 3-3 не доделается с инфесторами. Ну, Блай будет атаковать вообще, нет? Да, будет атаковать. Еще можно выиграть до сих пор, Блай, что самое удивительное. Здесь выкопал все, не ведет, правда, вперед. Две хатки новые доделываются. Блай заходит, четвертый, нет никакой здесь. Вот он видит хатку, ССшечку четвертую, лечащую, полтовскую. Так, три роуча поползли на там в районе четвертой базы ползают. Так, Микос чуть не наблюдаю. Пол все, третья атака сейчас будет. Кэш пол никуда не лезет пока. Плюс один строущий угла. И что он стоит вообще? Что он ждет? Так, очередной скан. Здесь дроп Блая на мейн. Все-таки пойдет Блая в атаку-то или нет? Когда-нибудь мы увидим атаку со стороны Блая. Хайв сразу же отменяет дропа. Блай здесь не рискует атаковать. Я не понимаю, почему он не атакует. Просто для меня загадка. Чего он хочет дождаться? Тем более хайв отменен. Все, сейчас уже сидеть нечего. Блай тут через верх заходит. Здесь планетарка у пулта. Планетарку не отбить. Грейды 3-3 в 1-1 Блая. И лимит у пулта все больше и больше. Планетарка. Тут Реведжера еще одного забрала. Сканит пул, Блай видит. Не знаю, прожимает он грейды или нет. Дроп опять на мейн возвращает. Здесь есть пул. Здесь много еще есть, что можно отменить. 143-168. Только недавно было 170-120. Еще 15 реведжеров было делать, это тупо родни реведжеры плюс Микос, да, как бы. Ну да, может быть, Микосом получится с реведжерами что сделать. Поотменять здесь фаербулы в молоко. И, посмотрите, дропщик разваливает все Блая. Почему? Что 3-3 против 1-1, это катастрофа для Зерка, ребят. И Блай в 7200 назад. Ну вот это уже мне просто уже начинает... До этого еще ладно, как-то качели, шатание было. Но сейчас что происходит, это просто вообще пипец какой-то, полный. Бегает Блай за одним дропом 7 вообще. Нахрена ты роучи и реведжеров этих морфишь 1000 штук-то? Чтоб они бегали туда-сюда, сейчас 200 будет у тирана и все, как бы он Т нажмет, ничего не сделаешь вообще. Приходит Блай, пару микозов кидает, фаербулов, я чуть не наблюдаю.
Ну, кстати, идет вперед. И инфесторов много. Ну, здесь контр-дроп. И даже если Бла убьет Пулта в лоб, здесь размены. Пулт еще сейчас выиграет, там, я не знаю, в размен в этот. Минус пару медиваков. Здесь Блай Пулт поймал, кстати. Как не успевает Блай кинуть фаербула эти, микос до фаербула. Ну, видимо, то ли пинг, то ли Блай наверняка хочет кинуть, а в итоге промахивается просто. 137, 97 по лимиту, еще 6 рвущих заказ. Неужели Блай все-таки в атаку пойдет? Неплохо зафаерболил Блай. Еще фаербольчики пошли сейчас с его стороны. Еще фаерболы идут. Пул пытается ступить. Микос где? А, один инфестор все остался. В это время тройной дроп, который там летал, опять же летает. Блай роучами с 1-1 грейдами хочет 3-3 би убить. Да? Нет. Не убить. Минус роуч ворон. Заходит пол, сверху отменяет, все, лимиты уже равны практически опять. Ну, кстати, Блай, ну, в этот раз теперь и потенциала экономического Блая нет, вот в чем прикол. До этого он после провалов просто отстраивался, а сейчас ему не на что отстраиваться просто. И инфесторов нету. И вот что юниты на 3-3 игры, да, делают. Разрывает все в клам. А здесь пол ты бой не принимает. Все, Блай уже меньше, 140 на 105 по лимиту. Уже ЦЦшкой с мейна там в центр прилетел. О, Блай 2-2 делает. Просто, блин. Джосу тайминг. Джосу тайминг. Джосу тайминг. Very wonderful просто. 2-2 пошло по таймингу просто. Ну. Особенно сейчас эти грейды нужны. Калпус 3-3 уже унижает, как бы он. Ну, тут две части армии. Пол тоже что-то морозиться начал. Ну, 170 лимит, пойди ты все в лоб убей. Проскань, ё-моё. Увидь, что здесь одни реводжеры, и все. Сейчас с разных сторон просто зашел, бил, блин, да убил. Ну, Пол терпел всю игру, его тоже можно понять. Он терпел всю игру, и ему хочется уже выиграть наверняка. Так, поезд назад, Пол. Зачем-то бегает зад вперед, жмет стимпак, отдает юнитов своих. Блай пытается закопанными роучами еще подхарасить. На четвертую, смотрю, неплохо пошатал рабу. Здесь что-то еще пошатал. Здесь марики-мародеры прибежали, все убили. Пошел в кан, ни один роуч успеет даже уползти. Да, один успел уползти, но то редко будет. Блая 2-2, кстати, доделает. Пол вообще сканов не жалеет, не любит роучей закопанных. Убивает все, что
мы имеем на данный момент у Пулта 2 Агаста, 67 Марики, 25 Мародеров, 12 Медивак, Вла 9 Роучи, 24 Реведжера, 8 Инфестов. Только чудо Вла может спасти, крутейшие Микозы, крутейшие Фаерболы. Другого варианта не может быть. Ну тут и Гасты есть, вот что самое интересное. С Гастами уже все тяжелее, конечно. Микоз пошел, Инфестор Вла вперед, ой, двух просто сразу же потерял. Кинув один Микоз, а там Микозов на 3-4 было, наверное. Ну, МП, правда, полку от непонятно куда накидал, вообще в молоко. 169-179, Блай тут еще тащит, смотрите-ка. Микоз пошел, ну, фаерболов я не вижу. Где фаерболы? Где без Микоза фаерболы бессмысленно, вообще без фаерболов Микоза бессмысленно. Блай очень долго это делает, в итоге юнитов мало очень остается. И Микозов энергии нет, насколько я понял. 125-132, еще один бой Блай принимать. Фаерболы по медивакам проходят, да, неплохие, но... Кстати, по лимиту-то Блай уже в плюсе даже сейчас. Но Микоз кончается, но еще не кончился. Если Блай еще выиграет, это будет фантастика просто какая-то, а не игра. Блай проигрывал, потом тебе выигрывал, потом опять проигрывает. Теперь опять что-то пытается предпринять, но нет, тут ИМП прошло. Эти юниты без энергии, это 20 бесполезного боевого лимита. То есть фактически 40 против 70 полковского сейчас. И плюс королева часть лимит занимает, и пол дожимает, плюс грейды 3-3 в 2-2. Катка у Блая падает в центре, прирост от пулк немножко подходит. Ну, сейчас сместится сюда, наверное, и отменит все. Девяносто 9.88 по лимиту. Потери в игре 49.31, кстати, насколько неэффективно Блай дрался в этой игре. 199 роучей, 49 рейлджеров, 13 королев, 13 инфесторов, 19 королев. Просто дичь какая-то. Отступил пол. Блай пока не сдается. А что Блай не сдается? У него вот у него все. Так, ну 89-123, Блай там по 3 роучи что-то еще строит. Ждет Полта сюда, к себе, видимо, в гости. Полт что-то сканов вообще не жалеет. Ну пошел добивать Полт, насколько я вижу. Блай здесь выкопался, там рабочий пытается пошатать, конечно. И опять Полт. Ну Полт просто, мне вот сейчас смотрю, Полт тоже мертвый, конечно, абсолютно игрок. Такое ощущение у меня складывается. Да и по результатам. Просто, ну, приплыли три роуча, он всеми назад идет. Зачем? Ну, он боится просто в двух местах не сконтролить, что микозами и фаерболами его, наверное, унизят, как бы, и поэтому просто ступает основа армии в оборонительную позицию, пока другими группами выбивает. И опять сюда будет идти. Все, пошел замес. Пол тимпачится, идет вперед, прям под фаербула, под все-все-все. Дальше под фаербул не пошел. Хату сейчас минуснет, минусует хату и отступает назад. 123-68. Блай пытается с дистанс майнингом тут надобывать и выжить как-то, но не получается у него нифига. Thank you.
Командный пункт идет в хатку отменять эту строящуюся сейчас. И кажется, отменит ее. Падают фаерпульчики. ГГ Блайпич. 2-0 пол все-таки вытащил он эту игру, ребят. Ждем следующую с полтом. А следующий против Джейши и Ксигуа. Так, ребят, ждем, короче, продолжение. Мне что-то хочется чаю. Хотя нет, тут даже кофейку, наверное, надо. Короче, жду инвайта от всех. От, точнее, хоста. Я сейчас вернусь.
Так, ребят, жду инвайта, сейчас кофе я завариваю. Что-то мне сон напал вообще конкретный. Вот. И продолжаем смотреть. Так, все, пошел врыв, сейчас я вернусь. Все, ребят, кофе заварен, погнали далее. Буду ли я катать сегодня, не факт. Не, клонить может, в принципе, в сон, да, от кофе тоже. Но я что-то туда насыпал вообще конкретно. Скоро наркоманом кофейным, походу, стану. Короче, Полт против Зигуа сейчас бьется. Я вас всех приветствую, ребятки. Он же Ксигуа. Вот. Лайфен Кап номер 151, группа С, Блай проиграл всем, ну, не мудрено, пинг гигантский, просто Блай играет для опыта эти турниры, я лично от него здесь ничего и не жду, вот, но все-таки хотелось бы, чтобы с отдачей полной он играл, да, как бы, вот. Вебка здесь, все здесь, привет, Никинтос, все в порядке. И что я могу сказать вам, конечно же, поддерживайте мой канал у меня. Отключенными отблоками, премиумами, по реквизитам описания через плеер. Вот. Всем за это громадное спасибо. Сегодня, помимо этого турнира, наверное, я особо ничего стримить больше не буду. Хотя сейчас я посмотрю, что там есть вечером и есть ли там что-либо вечером. Пока вроде так. Не понял. Корсар Кап, да, Корсар Кап, всякие. Ну, ясно. Но это только рестрим, если там будет.
Вообще ничего интересного там нету, к сожалению. Или к счастью. Там можно будет отдохнуть, я думаю. Сегодня вечерком. Прилетает пулк, начинает харасить рипером. Золото ставит к Сигу здесь. Вот у него, кстати, больше шансов выйти. Ну что, на Джей Ши выиграл и Блая, получается, да? А, ну он уже топ-1-2, получается, по ходу дела. Но если Джей Ши пулк-то закатает, то тогда, конечно же, выйдет он, скорее всего. Блин, телевизор Блай уже отлетел от всех. Ну опять же, до этого я все сказал. Пинг 300 с лишним, Блай, ну я не знаю причину, которую Блай играет как этот, это вообще как бы садомазохизм какой-то, по-моему, с его стороны, но тем не менее он продолжает играть. Ну, видимо, считает, что это полезно. Вот. Ну, если считает, пусть играет, почему бы и нет. Хат ставит к Сигу сейчас третью, не на золоте обычную. Здесь у нас Старфорс скоро будет. Марик застрял здесь на точке сбора. Димага всегда в финале, как ты не можешь этого запомнить? Блядь, саурончик. Так, тут что-то овер криво летал, но все, сныкался китаец на 4 хп. Нужна какую-то подсветку. Фолл тратит скан. Ну чё за бред вообще? Какой скан вообще? Скан дороже, чем овер стоит. Ну, выбил ты овера. Ну, с другой стороны, нельзя так тупо прямолинейно StarCraft оценивать. Лучше многие аналитики в чате, которые, ну, как бы сами не играют, не понимают, в чём суть. Не всегда понимают. О, 100 минералов выгоднее, чем 50. Но, блин, не всегда так выгодно. Бывает отдать 100 выгоднее, как бы, на 50. Вот. Здесь же овер просто... Это ресурсы, но не только. Вижена-то больше нету китайца. Это тоже важно очень. Вот. И полетел, да, дроп 2, но я даже не знаю, видел ли зерк. Болт вынужден вернуться. Это болт. Забитый болт вообще, короче. Чистый в Америку. В Америке, ё-моё. Не знаю, ну кого. Или в Корею обратно возвращайся. Готовь острую пищу. Рекламы много, корейцы любят. Ладно, о чем это я, ребят? Это все шутки, конечно. Пулк на Старкрафте, это не пулк, я должен говорить. На Старкрафте пулк заработал... Ну, в топчике он максимально, наверное, в топ-5 по заработкам. Ну, в топ-10, то уж 100% врать не буду, я за прям пристально не слежу за деньгами. Я слежу за уровнем игроков и за самим StarCraft'ом, стратегии мне интерес. Пробиваются камни, все, камни пробиваем и дропаемся вот сюда. А что мешает полку сменить направление движения, сейчас не понимаю. А он и так мариками здесь все разводит, королевы все уничтожены. Фокус от королев неплохо. Марики приходят, пытаются забрать, улететь, улетает. А я думал, сейчас пол заберет, его сюда дропнется. Но с другой стороны, линги бы успевали бы добегать. Не факт, что там пол удачно бы дропнулся, да? Так, 1-1 у Полта плюс щиты сейчас будут готовы. Медивак на 6 хп чрезвычайно опасно, да, на таком медиваке агрессивничать. Все, щиты готовы. 1-1 через 15 секунд будет готовы грейды 10. Просто 1000 лет пробивает эти камни, не выйти ему, бедняги, никак. Ну все, Пол врывается, через 5 секунд будет уже 1-1. У корейца, китайца. Корейца, китайца. Здесь и кореец, и китаец представлен в этой игре, поэтому... Если кто-то скажет, это все равно похоже друг на друга, да, они одинаковые, как у нас любят. Нет, здесь так не получится. Здесь есть и корейцы, и китайцы.
Так, ну что тут, пол стимпачится. Неплохо Минка сейчас зал сделала, неплохо очень даже таким. Ну, вторая стрельнуть не успел, но здесь третья есть, минус. Несколько лингов еще здесь забегание одинарным дропом. Четвертую хочет пулт, я так понимаю, отменить оппонент своему. Да, и отменяет четвертую, отнимает. Как хирург отнимает конечность, так и пулт отнимает строящуюся четвертую у Ксигула, бедняги. Ну, Ксигула держится пока. Не хуже, чем Блай держался. Ну, Блай, кстати, с пултом достаточно неплохо отыграл в плане игры. Хэппи-бок. Бомбануло тебя. Давай, завязывай там. Выход от поп 145-114 по лимиту. Здесь дропчик Сигуа принимает. Канет пул, заходит, четвертый нет, ничего нет, что он бегает-то взад вперед. Ты пришел уже к сыр. А, здесь атака на него идет, контратака. Но здесь масс био, минки есть, здесь все пулт убивает в легкую. 153-113, здесь да, есть новые бейны, но все мы знаем, что сплит пулта на самом деле оставляет желать лучшего. В этом, этим параметром он никогда не славился. Он неплохо, конечно, да, там играл всегда, но... Не в плане микро какого-то чудодейственного, типа как у Марушки. Хотя, смотрите, тут что-то даже сплитит, смотрю. И даже у него получается. Да неужели? Ну тут слишком гигантский лимит, поэтому получается все неплохо. ГГ. Съем-ка я печеньку, ребят. Вкусненькую печеньку такую. Вот такую вот печеньку. И жду инвайта.
Так, я здесь. По поводу Хэппи, для многих Хэппи... Просто даже не играя Хэппи в StarCraft, то сильнее всех, наверное, будет, потому что, ну, фанатов Хэппи у нас предостаточно. Вот что я имел в виду. Вот, а по факту Хэппи не играет в StarCraft больше, если что. Вот, в Warcraft Хэппи там что-то подрачивает. Вот. Как и многие другие, коих немало. Ну что, ребят, вторая игра. Пока что Зерг в плюсе. Но еще бы он был бы уже в минусе. Значит, это какой-то супер раш бы был жесткий. Рипер из центра, три барака из центра. Вот мне показалось, что сейчас линги так у Зерга бегут, что достаточно сюда еще кликнуть, и рипер будет зажат между вот этим газом. Но он назад кликает почему-то. К Сигу, не знаю. Может, показалось, что не успеет, может, у него тоже задержка какая-то небольшая есть, не знаю. Но у них пинг 100-150 максимум, у китайцев 150 это там вообще космос, вообще просто. Если Блай на 300 при этом умудрялся играть, то я думаю, на 150 это уж можно как бы внятно более-менее сыграть. Что, 20 лингов строится? 22 линга, сверхагрессия, без Беллинг Неста. Куда? Что без Беллинг Неста? Ну... Ты хоть что здесь грызи, хоть все минералы убей. Наверх-то ты не пройдешь. И минералы тоже, к сожалению, убить при этом всем нельзя. Наверх-то ворваться нельзя сюда, к тирану. То есть нужен беллинг-баш, чтобы убить полностью, да, как бы. А вложение в такое количество лингов, это большое вложение. Хотя, с другой стороны, третья ставится. Если сейчас дронов начать уже подстраивать, то... Так, пытается выманить к Чего. Выманивает пол-то, пол выходит, ошибка пол-то, минус марики. Хорошая атака, вот так уже дэмэдж будет вообще замечательный, когда еще и марики все тут подохли. Это хорошо. Так, два линга на рампе. КСМ-ки падают, да, был я не прав, на самом деле врыв получается, что нужно. И по рабам зерк в люте будет, и еще здесь все подгрызет очень даже неплохо. Еще и линги все выжили практически. Так что сейчас просто нужно, да, делать грейды и блейр выходить. Все. Больше ничего и не нужно особо. Странные какие-то тут стенки делаются. Почему-то отсюда бы не начать делать, а здесь проход на центре, здесь, да, не в итоге сюда-то надо какую-то, типа, пушки ставить что-то, чтобы здесь закрыть. Еще странные вещи делает. Всего на стенке там. Ребят, инъекции здесь у Ксико идут. Налом лингами хороший сейчас следует.
Ну, королевы где-то были заняты. Если бы они в бою сразу были бы королевы, хотя бы три штучки. Минус медивак этот точно был бы, не успел к Сигу так дофокусить, к сожалению. Вот. И постоянно юнит из эрго оказывается, чуть не могу понять. Что происходит? А, вот здесь двойной дроп летит. Неужели пул сейчас зашатать? 48-31 по боевому лимиту. Рабов у зерга, значит, там 60 рабов на 20 с чем-то было только что. Но в итоге просто, как получается, пул принимает правильное решение, начинает действовать сверхагрессивно, реализует свой боевой лимит, разваливает оппонента просто по всем практически направлениям сейчас. На третьей базе понял, что можно не только хату забрать, а еще и рабов, забирает и рабов. Лимиты уже ровные, и кажется, это вообще 2-0 пул, потому что я не знаю, что здесь Дергу делать, что он собирается вообще делать в этой игре. Пулт улетает, поконтролил, полетал немножко, дропом пытался. Нет, на мэй не стал залетать. Здесь стенку выстроил, на ЦЦ-шечку спустился все-таки вниз, и вообще нормально все. Так, не надо с Алисой там делать так. Если буду видеть красное, буду выпиливать тогда такие штуки. Опять разводочка пошла, ребят. На третью базу и на вторую пол будет врываться. Лимита бы его больше. Правда, по грейдам, кстати, у зерга уже 2-2 делаются. 2-2 делаются дольше, чем у пол-то 1-1. Это, безусловно, хорошо, но если сейчас вот эту агрессию, например, не выдерживает у нас Сигурд, вот а печаль полная. Но пол не синхронизирует, мультитаск слабенький очень. Вот. Не на 5, так хоть на 15 на минуту. Так, неплохой зал делают Минка сейчас. 94-04 по лимиту. Пул продолжает прессовать. И даже грейды 1-1 не спасают зерга, хотя у пулка 0-0 в данный момент. В это время на четвертый урыв идет. Здесь мариками пытается тут по фокусе с королев пулт. Ну, блин, энергии там миллиард, конечно. Вот одна королева наконец-таки падает. Пулт в рабочих заходит, начинает просто дико кайтить. Медивак падает номер один, медивак падает номер два. Нет, не падает, но пулт там юнитов всех по земле отдает. И в итоге полный брейк тут происходит. 83-91 опять на вторую пулт врывается. 2-2 уже сейчас, через 5 секунд буквально будет готово у зерга против 0-0 мариков. 2-2 это космос просто будет, но... Там 1-1 тоже сейчас будут готовы. Ну что, Ультралис Кэверн и рабочих-то 60. То есть рабов пулк не смог выбить вообще, популяцию сократить. Сейчас просто на третьей два газа, и сейчас ультралиском армуры, и зерг жив, здоров, в принципе, все в порядке. То есть, несмотря на все напряги, Ксигуа здесь живет. Причем неплохо, адреналин заказан. Минералов не хватает, единственное, да, тут как бы нужно минералисов побольше. Но на 700 газа тоже смотреть не стоит. Сейчас заказать уникальный армур ультралом 3-3, например, и все, нет, 700 газа на ультралов не хватит. Так что на третий зря газ тоже к себе не добавляет сейчас пока. Так, крипа под 9 часами базы нету, поэтому получается тут атаковать зергу неплохо. Минки начинает шатать. Минки делают залпы. Пулт увозит и минки еще, которые может увести. Все в порядке. Молодец.
Калиточка. Пулт, как поедет пулт на итоговый турнир, противно становится. Ну, я не думаю, что пулт будет хуже всех восьми некорейцев, да, там, остальных, которые будут присутствовать. Ну, а что поделаешь? Ну, гражданином США, что, может, вот это сыграть? Чтобы не только пулт, еще друг, гидра там присутствует, не только... Так, ну тут подгрызает понемножечку зерк. В это время Кунта забегание лингами идет. Либераторы, конечно, по лингам шмаляют, просто жесть. Ну, на халде тут подгрыз всего некоторое количество юнитов. Ультралы куда-то без контроля вперед вообще в одно лицо поломились. Пулт сейчас заберет просто на халяву двух ультра. Нет, уходит, они слишком жирные. Преимущество по грейдам есть. Так, еще сейчас один ультралвейт, я смотрю. Пул готовится идти вперед. Либераторов уже достаточно много. Лимит, кстати, почти равный. И 2-2 пул доделал, кстати, тоже. Не знаю, чем зерк либеров собирается. А вот караптеры пошли. С караптерами против либераторов будет драться. Последний криптумер выбивает сейчас пол. На один единственный вынужден сканбл тратить. 4 караптерчика есть уже. Можно идти вперед с караптерами пытаться, я думаю. Пошел замес. Нужно ли идти под либераторов? Один линк понял, что это не очень хорошее занятие. Вот он здесь. В это время контр забеганием третью фигу. Все-таки пулт отменяет. Пулт отменяет пятую дропом. Фигу сейчас. Ну, все решит замес. То есть, если зерк отобьется, то у него все в порядке будет. Караптеры все сбоку налетают. Куда ты сейчас отдашь на ровном месте караптера? Нет, все-таки не отдал. Чудом он же выжил сейчас. Получил трансфуз, ХП стало побольше. Ну, биться-то пулт будет. Вот, точнее, фигу будет интересовать или нет. Внимание, залп минки, пошел замес, ультралы идут вперед, на минки, на все-все-все. Либераторов реально много, просто все здесь заблочено, и зерк пытается отступить, как пулт расстреливает все здесь в хлам. Просто жесть какая-то. Не хватило либераторов, био по земле хватило, сразу же, караптеров, простите, не хватило, сразу же идет пулт вперед, а либераторов-то как раз не хватило. В итоге караптеров больше становится, ой, какой взрыв, больно. Какой зерк вообще, а? Все, как он не синхронизированно в очередной раз сейчас делает. В это время контр забегания лингов идет, подгрызает у Трампу пулт. Сейчас саплай блок у пулта вообще будет. Наламываются линги по земле, либераторы против лингов не так эффективны, естественно, как против ультралов. Поэтому здесь пытается пошатать всю фигу. Улетает, вот два медивака, забери ты караптерами их. Нет, ничего не забирает, стоит на месте на ровном. Здесь хатку, правда, отбил к Сигу, и надо сейчас просто взять этих дронов и перевести на ту хату дальнюю, что он, по-моему, кстати, и делает сразу. Здесь минки и залпы делают, непонятно. Ну да, тут ты прав, Калиточка, конечно. .21 и .102 по лимиту. Ксигу собирается проткать. 3-3 не делает, странно. Атаку на воздух хотя бы заказал бы 100-100, вот, чтобы либераторов получше караптерами убивать. Не заказывает тоже вроде. Не вроде, а как бы и не заказывает 100%. Здесь попытка забегания идет. Но здесь несколько беллингов и 2 ультрала всего лишь, как бы, народа у зерга. Здесь, мягко говоря, немного. Ну, можно попытаться прогрессивничать. Несколько лингов врывают все-таки на третью. Здесь у пулта вся добыча сконцентрирована.
масс-масс-му, и вот сейчас все уехало, и добыча сразу просто жестко падает. Просто с 2000 с лишним до 700. Я говорю, вся добыча здесь была, даже до 400. А было там 2500 просто с одной базы примерно сейчас добыча была. Ну, это стандартная тирановская история, когда у него все мулы кидаются в одну базу. 47-109, клуб пытается держаться. Ну, держаться тут тяжеловато, ему у зерга экономика. Ну, клуб отсутствует. Заказывал бы зерг еще грейды, был бы молодцом, конечно. Но грейды не заказывает. Пулт очень сильно хотел караптора подрезать, но в итоге может Мариков отдать, но нет, все убежали, смотри. ГГ Пулт пишет, понял, что все-таки экономика здесь дикая, ничего не сделать. Так, ждем продолжения. Death Play все прекрасно сам знает. Не надо ему ничего рассказывать. Всем готов. ГСМ готов! ГСМ готов! Улучшение завершено. Все, я здесь. Погнали, допил кофеечек. Почему кто-то что-то перестал стримить? Спрашивайте не у меня, а у того, кто перестал что-то стримить. Вот.
я всех вас приветствую. Решающая третья пункт против Ксигу. Ну что, ничего, пока рипер не убивается. У Фулта три барака рипера, между прочим, билд. Чуть не забрал сейчас рипера Фулт, но чуть не считал... Простите, Ксигу. Чуть не считается, но в итоге забрал сзади демоджное мясо рипер есть. Линги без мува все еще. Королев много строится. Две плетки заказаны. Одна в том числе на мейне, кстати говоря. Здесь демедженные королевы уходят назад. И зелененькая идет вытанковывать сейчас. Ну, Фолт ее забирает в секунду просто. Где-то там, а где линги вообще? Шесть есть. А, они без мува. Ё-моё. Опенинг-то без газового у Зерга. Я смотрю, думаю, что-то здесь не так вообще. А здесь безгазовый опенинг против трех бараков рипера. Это называется прохладная история, ребята. Это называется линги в данном ситуации, в данной ситуации бесполезны. Фолт уже понял, что походу в лоб он хочет убить оппонента своего. В лоб хз, ну, кстати, неплохо здесь дерется. Лингов несколько вышло. Риперов уже миллиард здесь вообще. Живут краснющие, просто в мясо краснющие риперы. Сигу, кстати, как-то криво их фокусит, при этом всем странно очень это получается у него. Плеточка потыркала, пару риперов продемеджила. Здесь уже 4 рипера. Красно-желтых таких ПП. Ну, третью уж точно здесь не может Зерг свою прикрыть. Почему? Потому что линги без мова, королевы пока дойдут, полгода пройдет. Еще сейчас королевы окажутся вне крипа, сверху уязвимыми просто. Пустить демедженных риперов, конечно, к Сигу, но проигрывает игру. 2-1 пул, домучил, отмучил Зерга все-таки. Вердос ушел из ТЭС. Видел про Вердоса, да, ну что, надеюсь, что он все-таки будет поигрывать, а то Вердос уже, не знаю, Вердос чемпион, наверное, по завершениям карьеры среди всех вообще, еще МС, конечно, уже много раз завершал, а после этого увидим в команде CJ просто, как он фонтанчики пускает, ну, надеюсь, что Вердос будет поигрывать все-таки, а лучше играть. В командами с ЗП сейчас печаль, конечно, полная. СНГ должны быть СНГ команды, а они отсутствуют просто. Чихала подтверждала. Так, ребят, сейчас я приду. Ждем Полта против Джейши.
Так, все, я здесь, ребят. Продолжаем смотреть стрим. Я вместе с вами смотрю. Данная запись будет на Ютубе обязательно, потому что я в игре. И никто ее нигде не заблочит. Кто не видел, посмотрит. Ну и Полт против Джейши. Чтобы пройти Джейши, ему только 2-0 нужно выиграть Полт. И даже если он 2-1 выиграет, то пройдет Полт и другой китаец. Это очень тяжело будет, естественно, сделать ему, но он постарается. Так, тут пришел, кажется, секундочку, ребят. Так, ребят. ТСМ готов. Все, Пол против Джейши, против Тирана. Кто там? Реферочек у Полта. КСМ-ка разведывают, ребят. Минут 40 игра идет уже, как вы видите. Орбиталка, что ЦЦшка вторая. Здесь стандартный гейт газ Нексус кибернеточка. Второй газ пошел. Пилончик будет у нас второй вообще, нет? Обязан быть он, иначе будет supply блок. Все, заказывает Джейши вроде как пилон. Supply блока пока нету. Так, ну что, мазеркорчик строится. Последняя будет 3 на лайфенге, как бы. Больше турниров и не будет. Сейчас я, может, пару игр сам сыграю. Еще хочется руки подразмять, то как-то, ну, не хочу перерывы большие делать. Вот, ну, потом буду завершать я. Здесь у нас... Так, ранний стимпак от Полта будет достаточно. Ну, с процами имеет место быть этот билд, конечно, но... Эффективность его будет зависеть от дальнейших событий. С одной стороны, просто в хлам может его законтрить, и отлететь от него тоже можно в хлам. То есть, как бы, будет зависеть от стиля просто, агрессивен он будет, не агрессивен. Вот здесь Рипер выцепает на халяву пробочку одну. Мне Мазеркора ничего нету, погодите. А, Мазеркор вперед летит уже. Рипер плюс Мазеркор, атака идет вперед, агрессивная Джейши, в общем-то, игра. Здесь всего два Марика, еще два воют, Адепт уже здесь. Пилона удастся прикрыть Джейши, это факт. Бомбит он Мариков, одного забомбил, сейчас еще одного забомбит, наверное. Не врывайся наверх, куда ты пошел, ё-мо. Блин, чуть Адепт сейчас не отдал. Отсек Мариков от рабочих на второй базе. Но тут Адепт такой, что рабами запилить можно. Я не знаю, что боится там этот Тиран Пулт. Так, одну КСМ-ку все-таки изберил. Реактор пытается Джейши подрезать. Марик ошибся, зашел в рейндж сейчас уверчажа. Адепт наразваливал здесь неплохо, на самом деле. Нужно помогать уверчажу пилу, сбривать депушку. Вместо этого Мазеркор не понять, куда стреляет. Все-таки депушку сбрил в итоге Джейши. Ну, окупилось это, в общем-то, просто невероятно, на самом деле. Это все дело окупилось. По рабам 35-22, то есть колоссальное экономическое преимущество. 48-30 общий лимит и боевого лимита больше. Так.
Третий Никсу ставит Джейши. Какой-то они с пултом 3-2-2 мутят, по-моему. Попытка забрать Оракула, но не хватило буста просто медиваку. Чуть бы на секунды, вот смотрите, на два удара мариков не хватило сейчас. Секунды бы 2-3 летел бы дольше бы этот медивак на бусте, и был бы сбит бы Оракул на самом деле. Так, пилончики пошли. Ну, пулт пока не сдается. Тут пустым медиваком пулт летит. Проверяю. А, он третий Никсус хотел увидеть. Он увидел то, что хотел. И сразу же тройной дроп туда полетел. Было бы какие-то юниты у Джейши, он мог бы контрагрессию сейчас хорошую сделать. Но юнитов нет у него в принципе. Что вообще у него есть, ребят? Давайте посмотрим. У него есть 5 адептов, 2 сталкера, 2 феникса. Короче, ни хрена у него нету. А здесь тройной дроп прилетает. Пулта больше лимита. Он хочет наносить удар сейчас. Пулт наносит ответный удар. Сейчас 3 адепта отдадутся. Все это расплечено. Проц вообще лунтик реально полный. Никакого вижена нету. Юниты стоят, что-то ни хрена не прикрывает. Третья вообще не прикрыта. Обсерверов нет ни у тирана. Смотрите, 2 обсервера, и они все думали. Почему нету у тирана-то ничего? Он вообще не видит, что тиран собирается делать. Так, фениксы минус моментально, оракул прилетает, чё оракул? Адепт назад телепортируется, да ну вообще, короче, просто. Ах. Верчаж нужен еще один, уверчаж будет, да, будет уверчаж. Хорошо, что выстрел сюда, не может тиран войти туда в рейндж, а толку-то? Сейчас он еще раз отменит Никсус этот, короче, пулт расшатал, это победа пулта уже по ходу дела. Никсуса не будет третьего. Проц даже эскейп не жмет, адепты падают, все падает, адепты без скорости атаки, плюс один тоже нету. И Пулт еще тут вообще убивает Проца до того, как вообще что-либо произошло. На муве адепты ходят, сливаются. Ужас, просто ужас какой-то. Оказалось-то, да, у Проца просто империя тут такая. Прилетели пацаны с автоматами, быстро по... разобрали на запчасти всю империю Джейши вообще. Сначала с третьего Никсуса начали, ох, смотрят, дом какой-то. Приватизировали быстренько. А потом и всех остальных. И в итоге 287 на 102 по лимиту в пользу пулта. И все замечательно, в общем-то, у него. А у Джейши все плохо. Плохенько, я бы сказал. 104 на устоянии. Пулт не собирается отсиживаться, он собирается дожимать идти. Адептами Джейши, бедные марики. Вот эти, конечно, не успели их прикрыть другие. Ну, пол криво контролит, марики впереди мародеров находятся. Так быть не должно. Вот сейчас адепты, опять же, у мариков зайдут. У адептов бонус по марикам, но марики прячутся за толстых своих сотоварищей. И в итоге все-таки Джейши пулта прогоняет. И лимит очень близкий, и плюс один есть. То есть он собирается улыновый какой-то врыв с адептами, я так понимаю, сделать. Но это называется приуныл, поплыл. То есть другого, кроме как выхода, кроме как атаковать, не видит Джейши. И он прав на самом деле. Я бы не сказал, что поплыл. Я бы сказал, трезвая оценка ситуации сейчас происходит. Но не трезвая атака просто идет, а... пьяные адепты с дискотеки зашли, а тут и либераторы по ним стреляют. Очень-очень больно. Заходит адепт в очередной раз. Ну что вот могут сделать здесь адепты, вопрос такой возникает. Ведь здесь и либераторы, и все дела, как бы, просто даже по воздуху никто не атакует. В это время пул побивает на второй базе Джейши. Двумя телепортнул сюда, остальными на мейн. Ужасно, они дерутся, криво стоят вообще. Пытается выйти Джейши, но на третьей базе навалился. Рабочих много убил.
не менее чем тиран. Ему сейчас еще больше будет, 28 на 18. Но проблема в том, что Проц даже отбиться не может вот от этих юнитов, не говоря уже о том, что здесь убить Кэйлу. Да, пацаны с автоматами, наркотой. Короче, ОПГ Полта. Корейчики. ОПГ Полта. Корейчиковские. Привет, РВС. Да не катаюсь на велике. Чё-то не могу для цепи смазку найти, куда-то поставил ее, не пойму куда. Вот, а так все хорошо, прыгаю стабильно. На поребрике. Ну, все практически. И даже уже с такими средненькими небольшими скоростями. Осталось на маленьких самых научиться. Вчера с женой катался. Тренируюсь на заднем стоять по чуть-чуть колесе, но вчера вот что-то поехали, поднял на попа, повело в сторону, хорошо сгруппироваться успел, через руль вылетел, у тормоза ручки отсекло просто часть железную, где-то такой кусок, и бок побаливает, короче, через руль ушатался вперед, ну, успел как бы нормально упасть. Короче, катаюсь, не, на вот этим летом я, наверное, больше, чем другие, вообще, наверное, максимум откатался. Ж начал с весны еще уже, как бы, да и буду продолжать. Так, Джейши против Пота, ладно, короче, хорош трещать фигню всякую. Thank you.
Ну что, ребят, гейт-роба. В этот раз очень ранняя роба от Джейши. Пол, кстати, билд не менял, рипера нету. Может, поэтому процесс думает, что опасность какая-то его ждет, что рипера нет, не знаю. Опять эта стрёмная инженерка, которая ничего не блочит. Вот, смотрите, тираны вот уже ставят эти инженерки, и ничего не блочат. Ну, вот некоторые игроки не контролят рабочих, поэтому они вот идут на какие-то минералы сзади будут. Ну вот куда он едет? Ты чё, блин, тормоз что ли? Пошли ты раба сюда, чтобы он прямо ездил, ё-моё. Про игру, блин. Ну ещё элементарно, просто у некоторых соображалка туго работает, блин. С одной стороны. Такие вещи надо... Это мелочи, конечно, но этими мелочами нужно заниматься. В StarCraft побеждает тот, кто ими занимается. Это не значит, что если ты будешь заниматься мелочами, сразу победишь, но топовые игроки, они на все внимание обращают, самые лучшие. Да я аккуратнее что-то вчера решил. На заднем поездить. Главное, чтобы нога моя прооперированная демедж не получила от таких действий всех, а остальное пофиг. Призма, кстати, примерно то же самое, что Стрэндж делал с Хиромарином в одной из игр отборочных ВЦС. Делать, я так понимаю, Джейши сейчас собирается. А что именно? Он собирается проатаковать с призмой и сталкерами оппонента. Нужно выходить вперед, а выдвигаться. Нечего стоять здесь. Сейчас призма уже будет готова. Ну, кстати, пул все понял. Так, какой штраф, какой дух авантюризма. А, перекрестки. Я никогда не слезаю на светофорах. Вот. На самом деле это идиотское правило. Ну что тут, четырьмя, ну хара с четырьмя сталкерами. Две пробки погибает. А очень опасно Джейши сейчас летать. Сейчас Марики со Стимом будут, они сюда резко подскочат и призму здесь застрочат просто моментально. Нет, я бы никого бы не катал бы. Вот, чтобы катать, нужно трениться. Хотя бы на каком-то уровне. Я этого не собираюсь делать целиком и полностью. Плюс... Желания уже нет. Раньше надо было это делать, ну а раньше другие времена были. Сейчас все отличается очень сильно. Так, третий Нексус у нас пошел. Блинк плюс один доделывает, третий Нексус вовсю добывается, здесь на стиме пол приходит, наглеть начинает. Сейчас Нексус отменит просто. Проц криво дерется, нужно подойти, нужно Нексус отбить, а успеет отбить? Не, не успеет. Успеет пол отменить, да. Блин, вот как бесит, такие смешные дропы и сразу все. Камни пробивает Джейши, заходит на ХГ. С
105-107, вот если бы этот Nexus не был отменен, вот не было бы сейчас так по лимиту, у Proz уже к 120 бы было бы. То есть экономика сильнее, стабильнее бы варп бы, можно было бы зданий добавить бы больше, фаржу вторую в конце концов, если зданий больше для продакшн не добавлять. В итоге Nexus был отдан, и все не так уж хорошо. Здесь часть адепт на вторую телепортируется, но Колт, он не тупой, он игрок с гигантским опытом просто, и он оставляет часть юнитов здесь, а часть на мэне. Но все-таки здесь же еще по фокусу работают. Смотрите, адепт, у них есть скорость? Да. А я и смотрю, что-то медленно стреляет. Вот же Грейд делает, еще не готов. Еще не готов скорость атаки Грейд. Почему-то не бустится и фаржа, не понимаю почему, хоть на этой стадии куда бустуют. Пустой робо и в Nexus бездействующий просто. Всегда бусты нужно туда, ну, вот на грейды бусты идеально выставлять. То есть, ладно, там вот продакшн, некоторые здания важные, когда нужно и Nexus. Но на этой стадии рабов и так много, и так они подстроятся. То есть, сейчас важнее всего бустить как раз таки фаржи и всякие там уникальные грейды. Но грейды не уникальные, а на юнитов они всегда просто бустятся должны. Это же самое эффективное, что можно сделать, собственно, и что можно бустить самое эффективное, что самое главное. Так, здесь медивак отгоняет, здесь и... Ну, Колт забегает с другого направления, узнаю старого доброго Колта. Разводы пошли очень хорошие, но юнитов просто здесь очень много. Возможно, даже он успеет Колта отогнать, и, кстати, он успевает отогнать и отгонять его, причем по грейдам 1-1, процессов 0-0, между прочим, сейчас будет. Призма, между прочим, есть, и Протс идет вперед, сейчас контратаку, Колт убегает куда-то вниз. Пол сканит, видит, что атака идет, я так понимаю, спускает все, что есть сейчас на лоу-граунд, но адептов реально много. То есть можно сейчас просто послать адептов вперед, агрессивные бесталкерами, фокус двух либераторов, и все. Для Колта тяжеленькие времена тут наступают. Будет агрессивный врыв. Куда ты фокус либераторов? Все, либераторы фокусятся, отлично. Либераторов отфокусил, филд один ставится, какой-то непонятный филд вообще, для каких целей он поставился сюда, я не знаю. Еще одного либератора Джейши фокусит. Кстати, пробивает он Колта, между прочим. Еще один либератор падает, но Колт задолбал уже бункер вычинивать. Вот эти юниты давно должны просто убивать уже, ну, чуть стоят на месте. Так, адепты на ХГ заходят. Не, ну на второй базе все-таки Джейши Колта развалил. Бункер уже точно не вычинит, Колт здесь ничего не вычинит. И дома Джейши отобьется. Не, китайцы, в принципе, молодцы. Достаточно грамотно отыгрывают. Но, к сожалению, у Джейши нет шансов уже выйти, я так понимаю. Он с Блаем сыграл, погодите, Блай одну игру выиграл его, да? Да, с Блаем он 2-1 сыграл, если бы остальные все Блая по 2-0 убили. То есть, если бы он сыграл не 2-1, то прошел бы дальше. А система-то такая же, каждая карта решает. Здесь уже конец истории происходит. Так, адепт по двумя либераторами тут бьются. Блинкнись ты куда-нибудь в... Да, тут, конечно, драк... С стороны просто ужасная была, но тем не менее, все-таки хватает. ГГ пишет Колт, там дроп не удался. 1-1 решающая будет. Сейчас каточка у нас. Ждем.
Ну все, начинается игра, ребят, решающая, последняя. Хотя она уже ничего не решает, уже вышли пулт и... Я так понимаю, Кщего, да. Так, Кщего же Иши убил. Но все равно выиграть пулта всегда приятно, я вам скажу. Просто Джейши может сейчас решить, я так понимаю, с первого ли места пулт будет или нет. Или уже это не решится сейчас, я не знаю. Еще попробую все тут глянуть. Так, Кщего 2-1 Джейши, Кщего 2-0 Блая. И Кщего 1-2 от пулта. То есть это так. 4-1, 5-3 у Кщего, у пулта на данный момент. 3-1 на данный момент. 4-2 на данный момент. А может быть 5-2. То есть, если пулт победит первое, если проиграет второе, он займет, выходит, да? Ну да. Гайте, как это так? 4-1. А, 5-1 у пулта. Если проиграет 5-2. Нет, 1-2. Так, пулт 2-0, 2-1. Да, 4-1. А, ну да, все, если пулт даже выиграет, то у него будет 5-3, проиграет. У него будет 5-3, и у него будет тогда... И у него будет победа в личной встрече, то есть он уже 100% первое место занимает, как ни крути, короче. Вот такие вот дела. Так, Рипер где-то там пробку словил, зашатал. Выяснили расстановку, диспозицию, расклад. Второй выстрел можно, конечно, адептом по риперу делать, если идеально пройти время на кдшечку выстрела, то есть идеально вовремя нажать атаку на местность, он успеет выстрелить, да, но все равно рипер не будет погибать. То есть вот когда ты по риперу дал один выстрел, он пытается улететь, ты сзади иллюзию сразу же посылаешь, как бы он не успел начать регениться, и тогда ты идеально сконтролил, да, можно забрать его. Это очень тяжело, но это реальный расклад. Рипер с трех ударов убивает адепта, как вы понимаете. Причем, ну, нужно не с очень большим запасом, 22 дэмэджа у адепта по риперу, у него 60 хп. То есть 66 за 3 удара он наносит, ну хотя не, запас есть там, да. То есть даже может пару-тройку, не пару-тройку, а 5 хп рипер даже может отрегенить, или 6 даже может отрегенить, а его срубит, как бы. Так, 46-51 по рабочим. Форжа блинк делается, плюс 2 гейта добавляется. Стандартно играет Джейши, здесь старается. И пошла. Так, у пулта инженерка, у пулта реактор на факте, старпорт. Передропщик сейчас будет минки мариков, либо просто 8 мариков минка дома останется на всякий случай. Ну и потом будет, соответственно, по 2 медивака уже строятся. Плюс, возможно, здесь реактор минки на факте будут. Но это если пулс двухбазовый будет прессинг какой-то демонстрировать с переходом в позднюю третью ЦЦшку, либо же без перехода убьет, допустим, процесса. Если пулс собирается третью ЦЦшечку играть, то, конечно, не будет, наверное, на факте ничего пока добавляться, и бараков не будет пока больше делаться.
Вот, ну сейчас мы поймем, что происходит здесь. Сейчас газ пока один, туреточки пул поставил по паре штук. Ну, например, такие туретки не особо от дарков спасают. Почему? Потому что вот здесь вижу, ну здесь до минералов крайних есть, но здесь она что прикрывает? Дарков сюда дропнул, вошел в это направление, просто начал пристройки резать. Отсюда можно туретку попытаться фокуснуть и рабочим. Здесь вот удобно его чинить, сразу всех послал, если дарк пойдет. А сюда надо выехать. От одного-то дарка, конечно, вычинить с реакции хорошая, от двух можно уже не успеть, например. Вот. Ну, никаких дарков не будет. Тут же Иши Аполлот решил, что мне морочиться. Как победить просто? Просто. Да как? Берешь всех юнитов, грузишь медиваки и летишь вперед. А здесь летит обсервер, но если Аполлот не тормоз, он, и он следит за медиваками, то он увидел вот этот блик обсервера. И, конечно же, он понимает, что нужно аккуратнее быть. Медиваки летят не на мейн в итоге, и Процу нужно разрываться. Где же что делать? Поэтому вот здесь лучше раз-два пилончика наоборот с краями. Потому что если еще пока юниты не дропнулись, только медиваки пролетают. Сюда оверчажей пару выставил, и уже тиран пять раз подумает, прежде чем дропнуться. Принимает же Иши бой в лоб сейчас. Мародеров сфокусил. Но сталкеров-то маловато остается. И Марики со стимом тут очень большой дэмэдж наносит. Нужно идти их отбивать все-таки. Ну, Нексус не успеет полфокуснуть, я уверен в этом абсолютно. Так, пошел скан. Обсервер мимо прилетает. Обсервер... Так, фокус, медивак пойдет. Хорош вообще пулт. Загрузил все в медивак, и он погиб сейчас. Халява для Джейши просто. Какая-то полная. Правопроц перестал грейды делать после плюс один. Вот ташится одной фаржи. Уж коль имеешь фаржу, изволь делать грейды дальше. Тем более есть Твайлайт, можно и вторую атаку закатить. Можно и армор за стопу дешевле сказать. Все что угодно. Прилетают адепты. Адепты с плюс один это хорошие адепты. А адепты без плюс один это так себе. Адепты, ребят, их 6 штук здесь уже на мейне у Джейши. Два пытаются проникнуть вниз, но нет, полк не дает это сделать. Им пару мариков растеряли здесь под адептов. Попали сейчас. КСМ-ки ездят, смотрите, есть еще по фокусе здесь. В фокусе же Джейши. Но парочку фокуснул, еще 10 КСМ убил, 110-88 по лимиту. И что я хочу сказать, Джейши очень-очень даже неплохо играет. Он против тиранов, у него какой-то хороший матч. Видимо, у него то ли против зергов проблемы, то ли что. Я понять пока сам даже не могу, если честно. Но игру вполне уверенную демонстрирует он здесь. С пултом. Тем более оппонент как бы не из легких, это очень неплохой тиран, несмотря на то, что полк плохо очень на ВЦС в последнее время выступает, но я не знаю, то ли его уровень понизился, то ли замотивировались европейские игроки, что призовых можно будет больше выиграть сейчас, и у них уровень поднялся, но Джейши шатает нормально полком. Вот и призма вперед полетела, не собирается он отсиживаться, собирается точку ставить в этой игре. Вот пошел варп 8 адептов сразу же. Так. 6 гейтов плюс 2, 8 сейчас будет. Джейши идет вперед. Агрессивный блинк под либераторов. Ну что-то сталкеров маловато, но все-таки так. Двух либераторов сбрил, а дальше еще два. Адептов столько много, что даже под либераторами они все в хламищу просто разваливают. Нужен новый варп. А где новый варп? Призмы нету, я так понимаю, да, там у Джейши. Да, призмы скорее всего нету. Здесь КСМ-ки падают. Нужно... Да вот телепортнуть адептов туда можно на вторую. Здесь три юнита крестом полка просто. И можно ворваться сейчас сюда просто и все. Адепты криво очень прорываются. Марики под ударом, марики падают. Адепты пытаются рабов поразвалить еще. Четвертый Никс уже Иши при этом всем есть. Еще и здесь КСМ-ок наубивал не слабое количество. Надо уйти отсюда, нужно призму установить просто. И хотя, посмотрите, пулта лимит-то почти такой же, как у Протса. И для пулта еще все шансы в этой игре. Адепты телепортируются, они погибли здесь не один.
ЦЦ-шечку продаем, он жил еще у Марика, там на халяву забрал Джейши. Берет весь лимит из дома и опять вперед двигается. Но пул-то больше, боевого лимита, что самое интересное. Попки за тортики таскают, что ты последние дни, видимо, StarCraft не смотрел. 27 числа, 6 лет StarCraft'у, если что. Так, плюс 2 здесь делается, 1-1-1-1. Так. Ну, пулт, короче, от обороны здесь неплохо действует в дальнейшем. Смотрите, масса либератора и уже проблема. Вот сейчас, когда такое подавляющее экономическое преимущество, вот Протсу сложно оценить, насколько он понимает, что он в плюсе. Но насколько он в плюсе, сильно там он в плюсе или не дико сильно, понятия он не имеет пока. И нужно понять, что вот сейчас агрессивные действия не нужны особо. То есть, да, лимиты больше, но продавить-то сложно. И сейчас можно просто добавить там 3 старгейта или 2 эфтемпестов, начать прям сразу выходить и просто делать грейды на бью. Все. То есть вынудить тирана вперед идти, а не самому ломиться на тирана. Телепортируются сталкеры сейчас под либераторов. Либераторов столько, что моментально сталкеры взбревают. Это минус Джейши. И вот он неправильно, вот неправильная оценка ситуации. Посмотрите, сколько это, этих юнитов. ГГ-бираторы. Все, ГГ-шечка. Отбрыкался. Джейши. Так, стоп-старт сейчас сделаю, ребят.